Доброго времени суток, дорогие друзья. И сразу хотел бы сказать, что я не жрал. Многие думают, что он всегда ест перед стримами, когда выключен звук, но это не так. Лишь в 20% случаев. Вот. Ну что ж, будем начинать, я думаю, особо без долгих прелюдий, так сказать. Играем сейчас в доту, дальше по ситуации. Вот, собственно, и все. Конференция готова. Приглашаю вас послушать на великолепные разговоры, дебаты, игры и так далее. Элен Дота, спасибо за подписку. Все, начинаем. Все, так нервничаю прям. Ну, ну с Богом, ребят. Давайте. 3, 2, 1 и... Ну, ты идешь с командой, забираешь все вышки. А без доминатора? Я ну, здесь. Блин, типа привет. Доминатор, супер имба и все дела. Привет. Еще раз. Доминатор, реально, супер имба. Ну, не знаю, я бы не стал, наверное, на медведя брать. Ну, а, на медведя? Ну, вот он тоже сказал, что да. Ситуативно. Ну, на медведя, секундочку, на медведя похоже на помойку, если честно. На медведя же важно что? Важно получить быстро арморчик, там, демедж медведю, радик там получить, да? 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 А зачем ему доминатор-то? Ну, да, там да. И был выбор либо Мидас, либо доминатор. И это был бета-тест. Ну, подождите, значит, ну, Мидас, по-моему, по всем критериям лучше. Ну, Мидас, тем более да. В этой доте, типа. Ну да, где все вообще берут Мидас абсолютно. Круто. Каждый суппорт, уважающий себя, берет Мидас себе, если он не вардбич, полный вардбич. Да мне кажется, сейчас это не так сложно. Подошел там и оставь баунтерну там, еще что-нибудь. Ну да. Договориться как-то. Ну ты с одной баунтерны как минимум два апсайти уже получаешь. Ну да. Да не, сейчас реально, типа, если ты без Мидаса, то ты никто. Не зовут тебя никак. Я вот только не знаю, на шейкере все-таки, наверное, не надо на моем шейкере, не надо Мидас брать. Надо даггер сразу рашить. Я тоже так думаю. Да. А на антимаге? Да, на самом деле это намного ком не нужен Мидас. Такое по ситуации. Ну, на медведя прям заебись. Еще там всякие такие герои есть. На вивера я бы тоже не стал Мидас брать. Bad Monkey, спасибо за 25 месяцев ресаба и Алтаир. Вообще, наверное, ни в одной спасибо игре. Спасибо тебе за 16 месяцев. Ну, Исаба, Игры, блин, у него суперкрутые таланты, я не знаю. Вероятность чтобы не пропустить 25%. Спасибо большое вам, ребят, за стремительные ресабы, да, за столь длительное таланты, отношение. Делал, просто сейчас вот такая прям... Не харда, а изи линия. Я вот хожу в харду и просто фармлю там. Адекватно. О, ты когда наш рейтинг. Да. За нас еще 5400 чел, который сейчас будет руководить процессом. Тащить нас. Да. Так, короче, забыл сказать уважаемым зрителям, что отныне я играю только на шейкере. Каждую игру я играю на шейкере. Надеюсь, что с Максимом Гудком мы не будем играть, потому что иначе будет конфликт. Потому что он, насколько я помню, до сих пор тоже играет только на шейкере. Единственное, непонятно, что делать. Ну, не то чтобы непонятно, но не так весело играть до появления даггера. А потом, с появлением даггера, тоже можно, может быть, не так весело играть, когда ты просто никого не можешь убить. Помочь как-то что-то сделать. Ну, вообще можно посчитать, смотри, если ты не будешь дыхать... Здорово, кекс! Ты будешь такой 3,5 позиции, как Лил, не покупать варды, то есть... И просто ходить баунти руны по карте собирать. Ну, я так и планирую. Курсировать просто всегда по 4 баунти рунам. У Шекер ну, еще мув спид большой. Можно довольно быстро собрать. Это хорошо. Норт-Энил. Нортинил. Спасибо а за подписку. А ты силу ринка или аркана что-то делаешь? Велком. Велком. Нет, ну арканы это естественно, в смысле, ну просто Rush и Dagger это же полная поплава. Soul Ring я не знаю сейчас вообще зачем нужен, учитывая то, что есть шрайны.
Хардовый инвокер, похоже. Знаменитый. Может, они даблой. Они же в пати. Дабл мид. Кто фармит? Ну или один хардлайн, другой лесной хардлайн. Помощник хардлайнера. Блин, я тут что-то задумался о том, что как-то очень уж больно сильно насрать на этот вот рейтинг, и партийный, и соло-рейтинг. Valve надо бы... Ну, не то чтобы Valve надо бы... Было бы здорово, если бы Valve придумали какую-нибудь, не знаю, мотивацию. Вот что-то типа батл-капов, да, но почаще, что ли, не знаю, потому что не всегда, точнее, никогда не получается в субботу поиграть батл-кап. Так а как батл-капы мотивируют тебя рейтинг поднимать? Ну, нет, но... наоборот, они мотивируют не рейтинг поднимать, они мотивируют поиграть нормально в доту. Купи талисман и продай талисман 8 раз. Кстати, вы знали то, что если купить нулик и продать вот на... Бесконечные деньги будут. Да, будут, ребят, бесконечные деньги. В скобочках вы не сможете ничего купить больше. Это ж ещё, ну, во второй доте было. Мы ж помнишь, с тобой же играли, когда мы доту ломали через 400 веток и купили где-то там 100 веток на пятерых, и нам забанили магазин всем. Найс. Это с тобой, с Артстайлом, с кем-то еще там играли. Найс, махинации с Артстайлом. Нам-то трон ломали, но у нас, кстати, игра упала в результате. Дратути. Удачного и продуктивного стрима, Андрей. Приятно. Да, про нулик я видел уже видос. Фишек, где ты более серьезен, фишка нежели на стримах. Нет, фишках дреда, по-моему, нет? Видео? Или не, про нулик привет, это спасибо именно большое НС за поддержку, я не уверен, если честно. Ну, если НС позовет, то будут, конечно. Если нет, то нет. Ну, конечно, НС самый... Не знаю. Это в новом году. Самую топовую фишку себе забрал. Ну да. Так, ладно, значит, что я буду брать? У нас есть Леон, отличный парень. Знаешь, о такой фишке, по-моему, блин, опасно рассказывать всем. Потому что пиздец, сколько будет игр заруинено. Да. Заруинены игры, найс. Оу, yeah. Заруинены игры, да. Я the думаю, forest, их уже дохуя. The forest, the forest, the forest. The forest, the forest, да the forest, the forest, написал, the forest, the forest, the forest, the forest. Нет. Все сработало. Найс. Спасибо за ну, я в лобби затестил на всякий. Понял. Да не, мне кажется, тестить в лобби это no balls. Надо на тестить легенда сразу. На нормальных играх. Надо на друзьях тестить. Да. Там же фишка было сказано, что особенно хорошо работает в рейтинговых играх. Так, Мерв, что, я делаю грязь тебе? Хочешь? Да, ты отвести крипов хочешь? Нет, я хочу зафиссурить, я не имею закрыть крипов. Крипов. Что значит? Так ты ее по диагонали так закрываешь и ведешь этих. Да? По диагонали вот так закрываю, бам-бам. Слушай, ну, по диагонали, чтобы они к тебе именно шли, они стояли, не ждали конца фиссуры. Ну, открыть проход небольшой, да? Ну, чтобы они в твою сторону, короче, шли, а слева закрыто было. Угу. И, вероятно, сначала... Подожди. Нет, ты даешь фиссуру и сразу бежишь за крипами. Понял. Сейчас попробуем. Получилось? Ну да, только не всех. Вообще как бы один получился. Ладно, Мерф, но я попрактикуюсь еще. Один лучше, чем ноль. Совершенно верно. Так, это нужно делать лучше под более таким углом интересным, чтобы крипы все бежали. Ну, так кстати... Это новые фишки. Отличная фишки работа от для шейкера. Ты это хлеб Энесса воровать собрался? Так не, это мои теперь фишки. Бля, я сейчас не успею. Так-то идея вот хороша, угол хорош, но нужно это раньше делать. Так, все, отлично. Фишки от Мервинга, поехали. Вол один. Мерв, у меня сейчас все получится. Давай. Главное, чтобы крипы не кончились. Главное, чтобы больше кларетек на шейкере брать так. Так там и Боунтос скоро появится. Появится. Так, бля, сейчас опять что ли не успею.
Ну давайте, грязные ублюдки. Опять ранжевичка только отвел. Ладно, ничего страшного, еще раз попробую. Восемь секунд лежит фиссура. Нужно грамотный тайм-менеджмент. Вот в эту елку я бил вроде, да? Так, примерно на вот на 9 секунде пробую. Ударил, они бегут. И вот они встречаются, и программа «Жди меня». Все плачут, как обычно. Да. Yeah. Oh, yeah. Ты вообще всех хотел? Да. Nice. Я сейчас этих подведу еще. Похер. Получу и нормально. Оу, oh, е. Yeah. Oh, yeah. Давайте, давайте, ребята. Мерф, а ты не хочешь подбухнуть немного? Так. Блин, а действительно, так. Все, я буду обузить ММР теперь таким образом. Пока еще не каждый человек, уважающий себя дотер, начал отпуливать крипов. Я буду делать в каждой игре на шейкере. А копирайт будет? Ну да. На тебя. Ну вообще, если как-то сможешь чудом закрыть, то мы даже можем отжарить их. Не, я своим чудом не буду закрывать, наверное. Хотя подожди. Пробовать убить темпларку в 2016-м? Нет, спасибо. Я лучше что-нибудь поинтереснее придумаю. Ну давай попробуй все-таки чудом отжать. О, все. Нет, не все. Я вот тут спрячусь. Он меня не видит. Не видит, точно не видит. Он думает, что... О, слышь, они тоже отвели. Может, ты придешь сюда? Мер, давай, приходи, приходи, приходи. Я иду, я в любом случае за ботл. Пойду рефилить. Но, походу, я не успею или успею. Я бы забрал у меня ботл. Вот так вот, да. Ты лучше их забери. Их я тоже готов забрать. Ты будешь как-то это? Как-то... Ну, давай, вот резко сейчас, резко. Ты готов? Да. Все, ебурим их. Блять, ну почему я? Сука, что это за тычка ЦМ-ки? Почему? Под дровкой. А, в натуре. Кстати, мне кларетки-то уже особо не нужны, на самом деле. Так, Гэн, а снизу ты хочешь его взять? Или он хочет взять тебя? Да, можно, можно. Ладно, давай сейчас, знаешь, что сделаем? Так, а почему фласку мне не предлагают? Ого. Ох ты. Что-то он... Ладно, ты перевел меня. Сейчас продам. Я все ботал. Давай. Но мы можем снизу, если что. Ну я пока вверх приехал. Мерф, если что, ты можешь лететь прям под тавер. Нам поебать. Думаешь? Да. Прям вот этих поджигай или типа тавер. Ладно, я шучу. Я еще второго к нам. Я впитал немного с тебя. Так, это как-нибудь отвести. Вон на шрайн? Я пока не хочу. Ах ты ж. Да, гоу на шрайн, я иду, Мерф. Только не пей без меня, пожалуйста. Я нет. А ты вообще что ли не будешь пить уже? Не, я буду. Ну я тогда их баунти руну воровать. Окей. Чуть попозже выпьем. В преддверии Нового года. Бля, он мне еще и крипа подбил, что за батя? Ну вообще, на самом деле, мне не надо уже. Да я вижу, я вижу. Чуть попозже выпьем, я говорю. Так, я опять иду вверх. Ой, Мерф, рано, рано, рано. Давай на некрофоза, если он направо побежит, то мы убьем его. Я что-то к Леону подвел. Но Леон меня вообще не верит, что-то. У меня фаерфлай уже кончился. СМ-ка. А он не видит, ему насрать? Слушай, Леон-то оказывается не батя. Да, я тоже заметил. Удово, давай на Леона байтить. Иди, 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 иди сюда, Мерф, иди, иди. Сейчас
Просто набалтывай на них. Идеально фиссуру. Ёбаный в рот. Нам пизда. Хотя бы дровку убить. Все, нет времени объяснять. Вперёд. Там к нам темплярка. Все, пока. Парни, а можете вниз бежать? Андрюх, байте. Байчу их. Я стою. Ух ты. Я взял одну. Да нет, ну не надо замедлений никаких. Так тут мигнатаур. Ой-ой-ой. Как же хорошо. О, можно подвыпить еще. Я надеюсь, никто не против. Санстрайки. Я вот, кстати, не хочу больше снизу стоять. У него почему-то 150 атаки с руки. Не хочется. Ну, можно прийти просто убить его, если есть. Хотя нет, подожди, я вот пока пятый, лучше такие не делать вещи. Можем наверху с тобой да, бежать. Да, он болтос, что ли, не захотел забирать? Ну, я возьму. Сейчас, а у меня секундочку. Ульты нет, но я подойду сейчас. Ну, мне просто саму не хватит, наверное, сил. Сейчас еще приду. ДДшечка. Я тогда я вниз пошел, джентльмены. Давай. Они еще агрятся на меня, они точно наши. Я могу тебя ускорить. Кого? I have no TP. У меня еще бочка будет. Странно. Хотя будет. Что-то я уже не очень хочу вниз. Найс. Сейчас в натуре нападет этот парень. Блин, ну вот это ты плохо придумал. Сори. Тут цемка хорошая. У меня есть бочка у меня. На самом деле ты ее убьешь, если ты как-то догонишь. Я не догоню ее. Почему? Слишком далеко. Бля, их лес не выфармить еще. Я могу уйти от... Да не, про то, что там голема. Блин, Леон всю малину обосрал. Сука. Вообще, если они тебя не спалят... Давай, я тут стою, если чего, выбегать могу. Но у меня маны только накрутил. Да накрутилку хотя бы что было. Блин, локер будет огромный. Тебя аккуратно не спалил, случайно? Меня? Да. Мимо тебя кура пролетела. А, не, я не видел. Ладно, не хотят они. Так, ну, тощики. Я, кстати, тоже сейчас наверх приду. Там КМК в мид вышла. Давай, давай. Без сапога, без всего. А, так наверху одна дровка, слышишь? Ну, тогда я с ТП иду агрессивно. Ген, можешь бежать на нее? Она точно? Что-то видит, по-моему. Нажми арканы. Я совсем не нажму. Ладно, когда ты зафакапился таким образом, надо говорить Go Tower. Давай, Go Tower. Угу. А если ты идешь под вражеским шрайном фидить? Спейс для товара. Ну типа да. Во-первых, спейс. Во-вторых, типа ты проскаутил, обязательно скажи про позицию врагов. И шрайн у них целый. Вот-вот-вот-вот. Информация — это ключ к успеху. Смотри, стан, да? Санстрайк взяли, санстрайк. Да, я тебя и не понял. Тут трое что-то, я не очень хочу, если честно. Или мы можем? Мы можем, Гэн, но не можем. Кролить, сики. Но у меня, короче, маны пока не хватает на 2.5. Вот так вот. Подойди по тауру, подойди по тауру, подойди по тауру. Да, мне арканы сейчас дадут. Окей. Я, всё, я рейд. Могу их резать. Ой-ой-ой, давай-давай-давай, блядь. Ладно, эту подружку мы тоже сейчас заберем. Тоже неплохо. Не надо такого дерьма, пожалуйста. Возможно, это лишнее, но мне все равно. Я псих, не трогай. Не-не, это не лишнее. Прям в меру. Как да? Надо. Ну хорошо.
Так, а где есть какой-нибудь хороший вард на шрайн врага? Хороший вард на шрайн врага, кстати говоря. Кстати, Эльф говорил, что прям внутрь шрайна можно ставить. Ух ты. Можно ХГ просто ставить тоже. У меня тут проблемки небольшие. Небольшие. Ёб твою мать. Что это происходит? Там дрог в топе, что-то охуело совсем. Смотрите. Тут темпларка что-то. Ну, у меня 100 хп, мне это не нравится. Еще мне не нравится возможность санстрайка. Андрюх. О, да. Все, баунти возьму и пойду. Ну, санстрайк снизу я прогнал, но он лезет в фермент. Там еще ЦМ-ка фармит рядышком, тут можно ее ёбнуть будет. Давай. Че, пойдем вот сюда? Пойдем. Или дровку, или ЦМ-ку. Как давай, пойдет? Давай. ЦМ-ка уходит. Ну, дровка посолиднее как-то она выглядит. ТП может. Она ТП может нажать. Да. Видит, да? Она чувствует. Ох. Подожди, у меня есть идея, смотри. Недалеко. Это был свеженький. Инваки что-то мид прибежал. Я не хочу там. Гэн, да что? Я пытаюсь. Ну, поэтому... вас 5 на топе. Блять. Да, я там уже... реально много их. Не надо. Спокойно. И, соответственно, нихера больше не буду. Хотя нет, ну досты нужны против темпларки. Сентри. Сентри более важны. Ну и ладно, и вард уже, но через 6 секунд. Эх, сука, вот это вот саппорт до мозга костей. Ну что ж ты будешь делать? Уже б с даггером бы был бы, уже бы... Ах, сука. Ну ладно, тут уже как бы и винблэнс тогда можно купить, в принципе. Че, может, стопи разъебем? Просрался. Она, кстати, с даггером. Я это... пешком иду. Я лечу. Там как-то быстро падает. Я без фаерфлай, я могу так прилететь, посмотреть. Можешь прилететь, посмотреть, там под фишуру нормально будет. О, улетай, один друг. Улетает, один улетает. Мерф, лети, посмотри. Да они уходят. Может, темпларк еще на топорном пойдет? Да, давай что-нибудь попробуем. Ебать, они на миде уже. Семьей. Короче, она сейчас где-то здесь фармит, баунтос собирает, на мид придет. ТП ЦМ-ка сделала. Мне кажется... На меня идут, походу, или что? Ну, пофигу. Ну, гоу их там убьем, если. Гоу. Там сейчас, если и будет то одна темпларка. Вот. Земля, да, я фиссуру буду давать. Просто даю давай, бочку давай. Там что-нибудь дайте. Да, великолепно. Она тут, да? А, нормально. Наверняка что. Отлично. Здорово. Я думал, она блинканется уже. Да не, иди. Да не. Ну, я был уверен, что она блинканется. Ребят. Я это... просто там начал крутиться куда-то, ну. Вокруг там фиссур всяких. Да, неудобно получилось. Но я пока что только начинающий шейкер. Я буду играть каждую игру, буду ебошить каждую игру, но пока что нет, сори. Андрюх, убили, значит ебошишь. Просто... Получается так, кстати говоря, да. А это что такое? Вообще, если ты застанешь, я ультанул. Давай. Жди. Увидишь. Да, крип идет. Не факт. Алло, бы. Давай. Не получится. Давай, 3-2-1. Туби пизда, Ген. Да ладно, я разъебал. Чё там? Рака. Жаль, чуть не хватило. Да. Блять, это... Если бы ёбнули, я бы просто скрутил какие-то ТП на голову. Лол, у нас, блядь, 5-го левела Леон. Ух ты ж, ёбаный врит. Там фонтан есть, они сейчас с фонтаном отхилятся. Ох, лучше бегите. Блокер еще. Ну, ладно, этот приехал, парень. На меня тут ты хули идешь, дружище. Не, ну РПшечки. Ну это сколько у нее? 5400 катало за нас. А, да, за дрот. Изи катка для него. Че, мы хотим в миде что-то или я. Фиссура на Болтона. Ладно, давай лечу. Павер будет. Фиссура выкинута. Мана дана. Вокер форс.
У меня скоро появится даггер, и мне будет норм. У Мервинга тоже скоро появится даггер, им тоже будет норм. Да, Дота стала размеренной игрой достаточно. Раньше, будучи шейкером, ты... Короче, я даже расскажу охуительную историю, пока ничего не происходит. Как раньше шейкеры играли в далекие времена Доты 1. Главная задача шейкера была стоять условно за каким-то СФом в миде минут 7, например. Вот. Потому что больше никаких интересных задач на карте не было. Сейчас ты бегаешь, типа, что хочешь, делаешь. Вот так вот. Раньше так вот жили как-то. Как-то играли, блядь. Это вот сейчас вот молодежь вот это вот. У них все просто, все бегаешь, баунти руны собираешь. В мое время такого не было. Да уж. Да. Или тут вард? По-моему. Это не аргумент, Кен. Я не буду ставить центрю. Не, я просто предупреждаю. Лучше Понял. Там не ходить. Угу. Темка сейчас сдохнет, смотри. Жестко. Или я сдохну, ладно. Я лучше пойду. Так, я с кинжалом. И с ультом, между прочим. Так можно, наверное, разъебать их в топе. Получается, что-то... именно так. Только если темпларка в тебя прыгнет, она тебя сама разъебет. Так я ультану. Понял. Ладно, я это проникаю в их лес. Мне нужно 20 секунд. Я могу забайтить на РП, короче. Чаще, 20 секунд. У тебя сколько там? У меня вот так вот. Ой, это нас спалили, короче. И мы боимся? Он похуй. Я... Нет, я байчу, мне вообще поебать. Да. Ты на оке есть плюс? Короче, некролита взял. Бегу. Ух ты. Вези же их, братишечка. Блять, чё... Ой, как неудобно-то получилось. Ты в землю заджарил? В землю, в землю. Ну я же Эрс Шейкер. Разъебали, значит молодец. Я так и нихуя не понял, чем мне сбило даггер. Есть идеи? Новый год, может? Ну там Новый год был. Или. Не знаю, надо батл лог смотреть, но мне что-то так впадло. Я с дезолятором вообще... малышка будет прыгать, наверное. Как говорил Дэнди, ультимейт потраченный. Если убийство было совершено, то ультимейт потрачен не зря. Совершенно верно. Подумай, съебу. Идем, может? Да, да, да. Да, кажется, пора. Ну, к тому же, есть вечная отмаза, что это первая разыгровочная. Так что тоже... Все в порядке, в принципе. Гост Скептор или Форстав? Встает вопрос. Мне кажется, Форс попизже. Против этих рейнджей. Хотя такое. Ну, тут Гост Скептор тоже, посмотри на героев. Ну да, да. Эх, ладно, я лучше единоличник артефакт соберу. Госскептор, там, Юльчик, что-нибудь такое. Меня еще подбафывает, дружище. Баунтосик возьмем. Ничейный. Ну, уже ничейный. Так-то он магнус собрал. Блять, интересно, они хотят свой баунти? Я думаю, нет. Я ДД хочу. Магнус, походу, тоже ее хочет. В твое время у шейкеров не было прокастов КП. Не-не-не-не, в мое время у шейкеров такие прокасты были, в мое то время. Да. Спасибо за поддержку. Там что-то есть? А. Блин, а может Мидас вообще взять? Хотя это полный бред. Кто бы еще какой-нибудь вард крутой может поставить? Я не знаю, те же дефолтные варды. Тут, хороший. По-моему, еще ЦМ-ка где-то сверху. Курица там летела. О, слышите? Это вот я сейчас попробую. Если вдруг шо, то мужчина, я в позиции.
Анаса Эгисом, 15 разве что. Анаса Эгисом, это правда. 10 секунд. Я да лечу на Шрайн. 3. Надо Блинк сбить. На все, да? Дачка. Оп. О, этот Шейкер. Классный герой. Мерф, у тебя два у заряда батл. Было. У тебя два заряда было. Паузу ну, поставить? Давай обсудим. У тебя было два заряда, ГН. Ой, ГН, Мерф. И тебе не нужна была баунти руна. Мне нужна была баунти, чтобы отпиться и еще отпиться. Нет, у тебя было два заряда. Я вот сейчас отпился. Я применяю правило двух зарядов, апелляция отменена. Какой нахуй правило двух зарядов? Можно в топе разве, да? У меня уже не так много ресурсов. О, давай подбухнем. Так давай побольше будет. Я догадался, правда, что за правило двух зарядов. Так, подожди, я могу. Давай помолчим. Вот так давай запрыгнуть. Помолчим. Ульта 30 секунд. Угу. Я вообще слышу, кто-то в лотар подо мной зашел. Не, лотаров не существует. Тут еще этот, ну, тот серп. Я защитную фиссуру дал. Тут вард, походу, стоит, за нами крипы побежали. Ну и здесь у него вард, да? Короче, не бывает вардов здесь. Парк. Ладно, шучу, бывает. Блин, у меня что-то бабла так много. Ой, я блядь. Уже думаю, может и как бы и не надо госкептер брать. Можно играть в агрессора. По-моему, нам идут ломать. Короче, это я пока не понял, только что. Мы драться будем там? Да, мы готовы драться. Давай мистера Крабса только убили. О, они меня хотят что-то, по-моему. Короче, мне диффуза летят, и можем подраться. Угу. Мерв, рекомендую сейчас ботл выпить, если ты хочешь баунти руну. Отпить хотя бы разочек. Ага, все, теперь правило двух зарядов не действует. О, я бы меде взял. Блин, Юл. Не, ну Юл хорош, всегда хорош на шейкере. Хотя вот учитывая его талант, мой следующий, плюс 50 дэмэджа, даже не знаю. У нас тут кто-то был. Может, в тавр пойдем со мной? Можно. Бля, карта странная, я не понимаю, меня видно или нет? Сейчас, наверное, видно. Guys, I'm using Curier. Снизу что-то охуел, чел. Угу. А сверху не охуели они? Охуели. Могу ты поделать вверх? Я за елочку, короче. Я тоже за елочку хочу. Я могу на фонтан сделать. Не, они не идут дальше. Мерв, разбирай. Гостей? Угу. О, слышу, кстати, смог. Почему я не купил до сих пор смог? Смог и. Так, все, окей, я начитался. Значит, мне просто тест. Допустим, 396, а с талантом на дэмэдж 400. Лол, но он не стакается, слышите? Это полное говно. Так еще раз ебани тотем. Так вот, смотри. 446, это просто чисто плюс 50. Я думал то, что 50 умноженное на... Он к зеленому урону идет. Да, так это, мне просто... Это зеленый, но... Да, мне просто Ярослав Инес Кузнецов обещал, я... Да, именно это слово. Обещал, что будет работать. А не хочешь кто-то внизу дровки пообещать что-то? Там много, но я иду. У меня дагер есть. Как тебе что за говно? Они, походу, завардили наш лес. В таком ключе, конечно, можно и мувспид брать, наверное. Единственный герой, на котором можно брать этот мувспид юзлесный. На самом деле, такой же юзлесный. Ну, блин, 20 мувспида, это Виндленд сраный. Но есть хуже таланты.
Не, ну ты винленд рано или поздно продашь. Блин, ну это да. У меня сейчас 400 мувспида, было бы 420. Ну, что-то хз. А с БКБшкой? Угу. Так, Юл, дальше можно гост. Мы прям хотим уходить? Да нет, давай ждать кого-то. Тянешь его? Да. Я ультану в нем. Лагает. Короче, давай. Рассказываю. Ну, конечно, поставил я Terrain International Skill, чтобы лучше видеть деревья, наводнички и так далее. Но это настолько непривычно. Ты банально не понимаешь, когда тебя видно, когда не видно. Кстати. Так, темпларка не показалась, а вот она снизу. Она снизу. Так разъебать ее надо? Да, да, сейчас подвыебем. Ух, ёбаный в рот. Как же это неудобно получилось. Там темпларка еще. Донесло на поворот. Ух ты. Я ее свечу. Давай, подсвечивай дальше. Я пошел за ними. У меня есть дефуза. Ух ты. Ух ты, ух ты. Встанешь. Ух ты. Отлично. Бля, ребят, ну шейкер, не знаю, он прям, ты даешь одну фиссуру и все, все. Ничего больше не нужно. Отлично. И вот так можно. А с другой стороны, айс волк. Так, ну госкептер меня уже не очень интересует. Хотя нет, против их героев меня очень интересует гост. Так, байбек. Ну я такой отойду. Такой. Такой хоп. Вот эту вот блядскую сейчас фиссуру свою дам, такую вот эту вот. Мне надо варп похилить. 5 секунд. Угу. Там можем нападать. Что-то задумал. Как плохо все. Уф. Ой, как хорошо все, я шучу, ребят. На, блядь, ты тогда получай. Блядь, эти саленцы. А есть мана? У меня нет маны. Так, там что... Оказывается, ребят, у меня проблемы с маной возникли. Ух ты! У него БКБ. А он ебурит нормально ее. Нет. А, слышите, что я вообще туплю? Мне же аганим нужен, буду как обезьяна прыгать. Блин, а что если даггер делать сразу после этого? Ой, не даггер, аганим сразу после даггера делать. Ну, так все, наверное. Звучит как отличная теория. Блять, вот ур... ёбок, сук. С наступающим новым годом. Да. Туичерп, передай привет городу Екатеринбург. Пиздатый, просто восхитительные тебе бороды. Спасибо большое, тебе тоже пиздатые бороды. Тоже с новым годом, Екатеринбург, опа. Привет. Ебург, можно я буду называть просто Ебург? Ебург, привет. Ну, блять, он издевается, укра уже на базе была. Бля, меня вычислили. Тебе пизда. Да тебе кажется. Не, короче, не, мне не нравится талант 50 демедж. Я не знаю, может просто пофиксили после того, как Ярослав Инес Кузнецов обещал, что будет хорошо. Рюсь. Так а чё, подойдете, может, мы разберем? Да, да, я куру ждал. Пидем. Да, есть, да, Геруль. Пидем. Цепляй любого. Я могу как уёбок просто ворваться. Хочешь? Мне даггер сбила торнадо. Чё за пиздец? Я тоже. Я двоих тяну. Блять. А, нет. А!
Да на, блин, сука, на, сука. И такой, оп, и погреться об вардик. Тут по эту девочку. Да, девочку берем. Ба. Так, что у меня дальше? Respawn time, spell amplification. Spell amplification, в принципе, не очень интересует. Потому что... Кулдаун на 130 секунд, интересует. Короче, respawn time, наверное. Подожди, чего? Какой? Что, блядь? 30 секунд. Ага. Хороший талант. Нет, с Акторином, по-моему. Нет, с руной магии. А, у тебя с руной... Я думал, у тебя это талант. Настолько ебошит сильно. С Акторином там тоже есть, но не настолько режет. Там Firefly вообще без КД. На 25-м, по-моему, да? Да. Я на 25-м еще не играл по трайбере. Понял. Ух ты. Ебать. ГН, ты жив? Да. Слава богу. Как ты пережил все это, вообще непонятно. Я тоже не знаю. Повезло? Да. О, хотите это сектор приз? Давай. Смотри. Опа! Блин, а у меня будет кулдаун 3 секунды. Я просто буду прыгать постоянно. Оп. Ребят, отличные новости, кажется. Наконец-то. Оп. Не, ну в таком. Ну, хотя, вы знаете, Шейкер это из, он из тех героев, который 25-й левел себе может получить. Он там, как правило, ты не против профессионалов играешь. Разочек другой ворвешься с ульты нормально. И вот тебе как бы уже и левелочки-то подъехали. Бля, Гэн, я так не оставлю это. Нормально, нормально. Я просто дефолт покупал в магазине. Не мог снять гост сразу. Я Магнус Руинер. Сколько мы? 25 заработали? Да? Я думал меньше. Это что-то вроде совсем какие-то слабые были. Да, просто мы сильные, вероятно. 19, ну да. На 4 700. Тоже много. Ну, 4 700 это мой ММР. Ну, вот ты знаешь, вот здесь... Ебаш. Здесь, Ген, я тоже почувствовал, что вот мой. Реально плюс-минус мой. Ладно, я пока отойду. Дорогие друзья, пока трехнут на рекламной паузе, я реально отойду. Спасибо большое людям за поддержку. Уважаемым подписчикам, don't worry. Человек убил автобусом Валериан Аксел 122 Storm U. Я еблан 322. Спасибо большое, ребят. С наступающим тебя, Адриус. Как ты пережил тот факт, что в группе студии аналитики было голосование на лучшего стримера 2016 года? Вот бегаем, берел, играют. В голосовании приняло участие 50 тысяч человек. И ты занял второе место, проиграв по питче 10. Рояль Арена Геймлип. Это у нас комьюнити регродов. Поэтому... Это вроде на хитбоксе эту хрень стримит. В Dota TV нету этого? В Dota TV нет, есть четвертая, потому что она просто меня... я уже не тот. Время берет свое. Но спасибо за поддержку. Ну, ниже полистай. Она тебе идет. Или обнови. С наступающим и успехов в киберспортивной жизни. Спасибо большое, спасибо огромное. Идет. Ну, видимо, у меня еще не появилось просто. Просто нет. Нам Снейка на Эрспирите. А Снейка в Беге или где? Ну да, Снейка и Дитяра. Понятно. Я думаю, сейчас уже можно ничего не скрывать. Не, я вообще не в курсе, что там за составы у кого. Я видел у Нави состав, что-то какой-то, ну, немного не понимаю. Ну, на самом деле, может заиграть. Я вообще не ожидал, то, что вот такой состав будет. Да не, они же сразу даже сказали, то, что буржуев будут искать. Все, я тут. Кто буржуев будет искать? О чем речь? Нави. А. Подождите, а там же есть... Там кто? Пашка, Дэнди, РМН? Какой-то человек незнакомый там, значит, какой-то непонятный, не помню. Ну, Бивер — это про Dota Gaming. Бивер, да. Угу. Ну, я вообще ни разу его не слышал. Но я Бивер. Плохо слежу, конечно, за Dota, но... Тоже. Нет. ВД. Ты чё, нормальный герой, не?
Казалось, кентавр был не так плох. Ребят, короче, мне нужно срочно закрепить еще раз. Я говорил, что я буду играть Так каждую идем игру. даблхард. Что? Идем даблхард. Так я давай, я также и буду делать. Короче. Так не, прям дабл-дабл. Дабл-дабл? А зачем, если я могу пулить крипов? Бля, ну ладно. Вы предлагаете мне опять идти фармить или что? Ну, ты можешь в мид пойти, если не хочешь ни от кого зависеть. Не, мид я больше всего не люблю. А наши два друга пойдут. Но если ты очень хочешь, я могу сходить с тобой. Да не, не надо. Но я мне так просто... хватно. Лучше в хард бы пошел. Ну можешь третьим идти, а они пусть разберутся. Тогда это хуёво будет для нас. Так, надо что-то придумать, какого-то охуенного героя в таком случае. Блин, надо попробовать Шейкера все-таки с кем-то доедалосом. Ну, хотя я на самом деле очень сильно расстроен его вторым талантом. Я думал, что это стакается. Блять, НС обещал, сука, я ему сейчас напишу все, блядь. Так, Хз, по-моему, это очевидно было, то что... Ну, когда так ты написано, знаешь, для демо, меня что-то это было дает... тоже очевидно. Я говорю, ты, блядь, уверен Да. вообще в этом? Ты уверен? Точно? Ведь это человек, который делает фишки, понимаешь? Который Ну да. делает миллионы фишек. И он говорит, да, я уверен. Так он ворует фишки. Это сейчас, конечно, разоблачение произошло на стриме. Ну, там же должен... Ну, если бы это был не белый дэмэдж... Точнее, если белый дэмэдж, то, наверное, как-то по-другому было бы написано. Что ты бы давал или что-нибудь такое. Все, я высказался. Он их покупает за 30 рублей за штуку. Найс. Ну да. Найс, найс. И получает с них с Ютуба примерно 60 рублей за штуку. Навар 100%. Красава. Поднимается. Ну да, да, да. Короче, не нашел ничего. Все осталось на прошлой винде. Надо поесть, ребят. Надо будет обязательно поесть после этой игры. Тебя спрашивает мистер ГН, what you want? Я не знаю. Но надо написать. I don't know. I don't know. I don't English. Я хочу какого-то героя необычного. Возьми Скажи. Паджика. А, уже есть Паджик в игре. Паджик это весьма обычный в последнее время. Он друид. Слушайте, а фиссура же удлиняется с помощью линзы, правильно? Наверное. Ну, вообще, я думаю, да, а чё нет? Ну, в принципе, не самый плохой артефакт, так если подумать. Вообще, либо она удлиняется, либо оно багнутое, как и, допустим, с Эрспиритом, мобилками. Ты просто будешь, можешь ее давать на больше рейндж, но она будет не рядом с тобой даваться, а дальше. Понял. Ну, короче, как с Эрспиритом, это проще его объяснить. Я понял, понял, понял. Да, возможно, так и есть. Буду на медведя. Так, окей, значит, какой у меня план? У нас варды курицу тут покупать. Давайте я попробую еще повардбичить. Значит, делаю так. Вот так. И где мой Windlands? Почему нет в стартовых айтемах Windlands? Есть. Вторая строка, предпоследний. Да, спасибо, Мерф. Здесь нет этого рецепта на Raceband, вообще фейл. Ну да, понял. Здесь есть просто в Raceband. А, ну, понял, а рецепта нету. Да, я понял, о чем. Скармак, спасибо большое за переподписку. Ну, есть рецепт на Soul Ring. И тебя тоже с наступающим. Ну да, да, я видел, кто-то покупал, короче, этот циркулятку и рецепт на Soul Ring. А потом говорил, что за хуйня, блядь, где мой рецепт на Raceband. Блин, сейчас, кстати, есть подозрение, что Шейкеру можно очень быстро пытаться собрать Октарин. Октарин, Аганим. Октарин, Аганим, Шива. И прыгает в тебя Урса и кусь-кусь-кусь. Да нет, ты сам упрыгиваешь от нее. Прыгает Урса, а ты нажимаешь второй спелл и... У тебя кулдаун прыжка, там, чуть меньше 2,5 секунд. Это ж вообще фантастика. Вот из нас мидван на инвокере. Да, это... Как бы смесь Мервинга и Мидвана. Мерван.
кстати, надо было вместо одной кларетки купить себе ТП-шку. Что иметь ТП-шку на шейкере? Бля, как я без ТП... Лол, нет, в стартовых артефактах шейкера должна быть ТП-шка, я считаю. Ебать, так долго. Так, вот этот вард надо ставить. Блин, вард это тоже, кстати, фантастический. Вот этот. Ты прямо здесь хочешь поставить? Да, прям вот на центр точки вот этой. Но он топовый, блин, он вард. Ну вот это, по-моему, получше, если с этой стороны ставить. Ну да, но там может быть враг уже, понимаешь? А если мой вард сломают, я буду на дизморале. Когда я на дизморале, ничего хорошего не случается. Понял. А может я медведем руну спизжу, как вы думаете? Или я проебу медведя просто? Не, бери, да. Бери. Удлиняется. Это ж в этом прикол медведь. Просто там, да, просто там к попасть. 146%. Спасибо большое, Ярослав Инес Кузнецов, за донат. Разведу на ману. Эш, ты ж призвал с базу, тебя откатится, пока ты до линии дойдешь. Да, 300 голды хуйня. Так она не убьет. Она, походу, что-то заподозрила. Так, слышите, я смогу? Нет, сразу я не смогу. Ты будешь закрывать? Я буду следующий закрывать. Я сразу отпулить нельзя. А, закрыть? Да, закрою, конечно. Блять, у меня... Руны спиздили. Блин, канет на первом обе. Левеле на медведе. Не, у меня две руны спиздили. Одну патч, другую клопа. Мерван. Кстати, а если сначала закрывать где-то здесь, потом бежать и пытаться отвести сразу же первую пачку? А у тебя откатится фисула? Ну вот она бы откатилась у меня к тому времени, когда они подбежали сюда, но проблема в том, что для этого еще нужно дико как-то подблочить крипов, чтобы это все сработало. Иначе говнище полное. Так, короче, сколько там тайминги на 9 секунде, типа, да? Куда вот сюда вот. Дред, у меня, а меня 5900 убивают. Рип и 400 игр на шейкере. Покупай Аркан или ПТ, стики, линзу, Латары или Форстав. Восьмой секунде покупаешь и фармишь, как извини. Бог. У тебя голда просто рекой течет и фармишь. Что по секундам там? БКБ, я нормально. Криты, МКБ. Не, у меня, конечно, тоже веселая линия, пиздец просто. А купишь мне ТП-шку? Да, Мерф, тебе куплю. Спасибо. Ну по. Так, эксперт на шейкере. Значит, арканы или ПТ. Так, это у меня было. Стики, линзу, латар или форстав, потом БФ. Покупаешь, фармишь, как бы. Ну, нормально, да, нормально. В целом, грамотный тимбилд, мне нравится. Они выехали за тобой. Какого хера? На каком основании? У меня, блядь, 10 тысяч рейтинга на шейкере, мне не взять. Не-не-не-не-не. Пишовка вы нахуй. Сейчас кларетку. Почему никто не челленджит руны? Баунти руны. Это что за жизнь? Что за мир? Что это такое? Вот сейчас у меня нет ТП-шки, а я бы прилетел, убил бы Акашу. Мерван мертв. Так, сколько ей нужно? Ну ей чуть мана нужно, но успеет. Так это что? Ой-ой-ой, а мана у нее есть уже. На, сука. Домашняя. Так, первый талант. Ну, 250 маны, по-моему, совсем дерьмо. Хотя нет, подождите. В прошлой игре, например, у меня были проблемы с маной. Почему? По-моему, это вообще отлично. Ну, а как же 8 силы? 8 силы, это вообще отлично как раз. Ну ты ж типа саппорт шейкер, ты не бьешь руки. Зачем тебе 8 силы? Ну ты в любом случае ты дольше живешь, шейкеру нужно хп. Ну а в другом случае у тебя маны есть больше, и ты больше спилов даешь. Подожди, ну так с арканами я же все равно буду давать все спилы свои. Ну ты будешь еще потом давать еще фишуру. Потом еще фишуру. Чё-то хз. Не, мне не нравится. Если. Мне кажется, стиков достаточно вместо этого таланта. По-моему, 250 маны этого очень много. Мерв, что там, пулить надо тебе еще? Че говоришь? На третьей минуте новые ребята появятся, я еще отпулю их. Ну можем маджарить здесь, ребят. Ух ты, я умер. Ты идешь, Андрей и Андрюш? Я иду. Блять.
И вниз, резко. Я фиссурину дам, я спасу тебя. Я спасу тебя, Мерв. Я верю. Не благодари. Ну, не надо, так не буду. Гомон на эту штучку. А, мне надо пулить сейчас. Бля, я не успеваю. Все не по таймингам, сука! Мерф, отпуль крипов, пожалуйста, пожалуйста. А, нет, все по таймингам, идеально. Все, пойдем бухнем. Бля, если бы, кстати, они меня убили, было бы неловко. Давай бухнем, слышишь? Ну тут крипы по тауру. Ну ты отведи их к Бухичу, и мы... Ты сейчас въебочь-то мне получишь, нет? Не-не. Мерф, короче, что-то... Я вот тебе купишь бы, нажал? Победишь да нет, эту игру, то я задоначу еще 1000 рублей тебе. Если нет, то ты хрюкаешь. Почему он идет за мной? Так, мне предлагают купить БФ и выиграть игру за 1000 рублей. Или я просто хрюкну, если я проиграю. Хрюкнешь? Ну да. Да не, мне кажется, в этой доте абсолютно насрать. Можно из БФ, но с чем угодно. Хрюкнешь или нет? Окей, я куплю БФ и выиграю эту игру. Но можешь не донатить, это просто челлендж. Короче, если он заходит в пачку, то мы делаем... Челлендж, понял. Надо крипов может наверх подвести. Может тоже БФ купить? Затестить новый билд. А ты, так, а я ты могу кто? БФ купить. Я лондроид. Ну давай попробуй. Это нормальная тема. Так, Мерф, ну если БФ, то мне нужно качаться. Не. Полная хуйня. Другой на героях качаться, вот прям сейчас. Ну давай. Ой, какая кесочка у тебя. Ёбаный в рот. Он гигип. Это было стрёмно. Не, если БФ... Ну можем второго, в принципе. Не, давай... Он отвёл. Крипов. Видишь, где он? Ёбаный в рот. Да пизда. Я очень не хочу, чтобы мне была пизда. Сейчас все будет. Ладно, ты давай сам как-нибудь там. Так ты тут эмчик дал. Да я бы потом бы сдох просто. Да там бантов спиздил кто-то. Так, ну БФ первым артефактом тоже попахивает немного. Вот, кстати, в таком случае, в случае ПТ, 250 маны хороший талант. Мне нужны еще стики, как минимум. Колореточки, возможно, даже. Жалкие попытки убить Гена. Да. Как бы они сами не сдохли тут. Короче, ладно, тебе ничего не это самое не угрожает. Я пошел к Мервингу. А ты маны можешь как-то? Да. Не помню. Так, мне 235 маны, нужно все есть. Можем жарить. Угу. Ты ПТ, ой, да, не ПТ, в смысле, а БФ будешь делать? Не, я ПТ, Мидас, что-нибудь такое. Угу. Да, ты меня заговорил, чтобы крипа добить. Да я хочу всех добивать крипов. Ну, вот это я тебя ставил, видел? Да-да-да. У меня такое ощущение, что где-то здесь стоит Рубик. Ты в очко его. А Урсу в очко? Урсу можно тоже в очко. Короче, Мерв. Враг сдал линию. Может, они в спину нас обходят? Да, конечно. Что-то меня загангли. Давай? Давай. Давай. Ага. У меня сейчас еще будет залупка это. Мне кажется, надо уходить. Мне кажется, кто-то не уйдет. Мерф, я спасу тебя. Я иду, Мерф. Все, разъебываем сейчас. Сейчас разъебем. А тут еще бичка. Блин, а куда Урса делась? What the fuck? Ну ладно, бывает. Ничего страшного, бывает. Все бывает. А можешь себе курицу лопнуть? Вот как бы, как будто деньги не потерял даже. Ну, я не могу, извини, нет, у меня денег. Это вон к бичке.
Там блядь. Добить можно всех. Мои фраги. Не-не, не меня ж добить. Ой-ой-ой. Каски, секунду. Добить. Отлично. Еще фражочек. Ах, почти, сука. Так, значит, окей. Но для такого шейкера нужно еще Quelling Blade. Нужно сворвать тавер обязательно. Да, хочешь руны просто собирать медведем? Это вообще законно? С тобой фармишь. Нормально. Мерт, ну у меня маны нету. И не похоже, что он хочет, чтобы мы что-то тут забирали. Хотя, может напряжемся? Ну у меня есть... Мерт, нам пизда. Малый дик. Я боюсь. О, давай, давай. Пару тычек, да, я доберу. Да похуй уже, давай, Мерф! Ворспид. Ну вот видишь, ты все равно сдох, но тавер был под угрозой. Если бы Рубик был бы немножко лучше, то мы бы обосрались. Короче, я не хочу сейчас вверх идти. Задрот ты, попе. Во-первых, тавера нету, во-вторых, там этот Рубик сейчас будет фишуру мою воровать. Так, окей, Quelling Blade есть и Infused Rain Drop собираем себе. ГН, я иду. Даешь корни, он труп. В скобочках нет, он 0-2 хотя бы нажмет. Давай. Там иллюзки. Давай, ГН, вот сейчас надо. Ага. Дал. Ебать, он тупой. Это что такое? Так давай убивать их. Давай. Ёбаный рот, нам пизда. О, файдер. Всё, ему тоже пизда. У него фиссура. Ген. Я до конца дерусь, у него фиссура. Но маны нет, у него маны нет. Всё, соспилили. Да. Блин, что-то похоже БФ в этой игре не будет, она раньше закончится. Хотя, не факт, если начну фармить, сейчас как-то умалишённый. Можно усложнить. Кстати, еще банка. Для такого шейкера, такому шейкеру нужна банка, определенно. И желательно седьмой слот еще. Блять. Почему Cold Snap раньше же не дал? Нихуя себе. Ага. А ей больно будет? Ну да, но умрет вряд ли. Понял. А 80 хп. Она батл еще пьет. Да. Понятно. Хотя инвокер, если дашь сейчас заклинание ки. Блять, ну вот это дерьмо его вообще не к месту. Парни, все ок, это спейс. Да я ломаю. Хватит, блять. Тварды расставлены, рубики всякие. Просто стандартный 5 человек, как обычно. Мне не нра. Так, ладно, есть банка вместо рейндроп. Рейндроп мне не помогает, я его выкидываю. Все настолько просто. Так, и начинать рубить пора. Ну сразу БФ тоже, наверное, смысла нет брать. Хотя... Не, с БФом фармить будет круто. Хотя драться будет не круто, поэтому сначала дагер. У нас паджикс не даст. Ничего себе. Грамотно. Осталось найти, где качаться на этой карте. Ну, в смысле, вот места.
Это, кстати, да, я что-то передумал бы их собирать. Просто крипов нет. А хочешь два раза это по тауру ударить? Там рубики торнадо. Не, я медведя. Что, куда я прослушал? На меде подойди. Два раза вышку ударить. Да. Ща дофарм? Я уверен, что у них уже 20 человек здесь находится. Да не, они сплетят. Лопа сверху, но она с ТПшкой. Там Рубик, типа, инициатор. Фонтан пойду юзать, если кто хочет. Опа. Там Рошан Урс убил. Слышь, бегите на Рошана, заведи медведь на Рошан. Кто там? Да, ты мат. Можете добить. Прикольно. Ну, поехали. Сейчас только рунг надо съесть. Я бегу. Ну, сейчас тут... А, ло, они еще снизу что-то делают. Психи. Какая плохая ошибка. Не, ну мы, конечно, пиздец долго будем. Да, нормально. Сурса придет уже. Да не, они снизу там что-то делали. О. Как же плохо. Да не трожь меня, сука, шейкер, блядь, уважаемый. Торнадо в два. Ну, что у тебя с пальцами? Почему они такие медленные? Блин, не получить денег, потому что Урса добила Рошана. Я подхожу на ТХД. Урса добила Рошана? Да. Вот уёбок. Ну я и гизу. Хотя бы. Ну все здесь равно Рубик. Обидно очень. У него палка. У Рубика палка моя. Да не, ну нахуй, я не хочу. Не, короче, что-то мне вот эти шейкеры с ПТ-шечками вообще как-то не нравятся. Лучше бы так же, как в прошлой игре бегал. Так это бы через мид надо. Бегал бы с арканами, кидал бы фишуры свои. Сейчас, блин, каждая фиссура на весь золото. У меня еще радик будет, можно будет ебашиться с ним. Давай. 300 монет, да. Блять, это же еще сколько кликов добавляется, это нужно постоянно переключать ПТ-шку. Нет, все, я завязал, в общем, с ПТ-шками на шейкерах. Только если очень надо выиграть, тогда, типа, можно попробовать. В одной ситуации в очко. Только фармить негде, что-то все фармит. Надо вышки идти забирать. Обычная ситуация. С радиком пойдем. Тогда будет дефармить. Оп-оп-оп. Ага, так, еще силы. Сколько у меня силы? 69. Неплохо. Ну, он с худом. Сори, Ген, я думал, я их не добью. Нормально. Бля, не поднимай. Они что-то хотят от тебя. У меня есть радик, что, в городе бьем? Да, правда, у меня нет даггера. А кентавра потратил жульт? Да. Тогда показываю мувик. Давай, я снимаю. Ты смотри, кстати, может выжить. Он нажимал худ или он так по фанчику? Я не знаю. Шансов у него не было. Ну, когда Мирвинг рядом, ни у кого нет шансов. Особенно у своих. Ха. Может, подбухнем здесь через 15 секунд? Давай. Че, я только снизу бомбу съем.
интересно. Блять, он сожрал баунтер. Все, я выпиваю уже. Давай. Блин, где Минаста дропать? Мне нужна одна баунти руна, у меня будет дагер. Вот именно эта баунти руна мне и нужна. Так, а еще 12 левел раз дают. Попытка неплохая. Ты чё, гоу куда-то пожаримся? Пойдем сверху жариться. У меня дагер есть. О, Ген. Блять, кажется, ты не можешь жарить ее. А его можешь жарить? О! Так все, она давай, в говне. Давай. Я сейчас с дагером буду. Смотри, 3, 2, 1, гоу. Сорик. Ладно, я отменю. Я хотел уже улететь. Бамс! Ну гол тогда. Ай, это шейкер, блядь! Да. Гол хига. Чё, у меня медведь похилит? Вот это не обязательно было. Кто-то выебал медведь твоего? Это Мерв... А, ну это Мерв. Да, да. Ну когда Мервинг рядом, ни у кого нет шансов, опять же. Трипов, подожди. Бля, они уже все порезались. Да уже... Не, все, давай, давай уйдем просто. Это не наш бой. Кстати, Мерв. Бля, добейте. Чё? А откуда у тебя никнейм такой? Мервинг. Просто набор букв. Ясно, у меня тоже. Не, ну у тебя ты Дредлорд? Нет. И у меня тоже. Просто набор букв. У меня у одноклассника был ник, который тоже был такой в два слога. Там и посередине, и в начале большая буква была. Мне показалось это забавным. Только там дефис еще был в середине. Ну дефис это совсем как-то по-пидорски. Ну да, это правда. Это типа, например, Саншенк по такой же теории себе сделал никнейм. Не, ну Саншенк, наверное, переводится как-нибудь там. Хуй его знает. Как это Long DD там. Так, и чё мне продавать? Ладно, ничего не будем продавать. Чё, давайте трат? Квапу, гоу. Дашь руты? Да, тут, конечно, с таким монопулом... А, нет, не надо бы ничего. Так, сейчас я найду артефакт. Так, получается, я делаю себе Battle Fury и начинаю просто выкачивать всю карту. Дальше мне нужны какие-то аганимы, актарины, чтобы постоянно прыгать. Чтобы прыгать и ебурить. И потом доедалос. Хочешь ее? Хочешь? Так, ну я могу с медведем посоревноваться в уроне теперь. Я с вами обоими могу. Жестко. Андрюх, с медведем можешь? Нет. А, у меня два заряда было. Правило двух зарядов в любом случае тут. Чё? Чё так мало урона? Алло. Ты госпушим вниз? О, нашел баг. Блять, скорее записывайте. Делайте клип и отсылайте НСу. Спушить можно? Можно и спушить. Бля, у нас все пуджи корчит. А путь там такой. Ух ты, блядь, забавный. Поможете мне снизу? Да. Да. Давайте, здесь много.
Все, я лечу. Так, ну что, у меня вот так вот, только я не сразу помогу, а чуть позже. Ну я сразу же подойду. Только ты ж дави. Я закупался. Ух ты. Своего гера найти не могу. Все, ебурь, кого-нибудь ебурь, всех ебурь. Тавр там. Если кто подходит, я даю. Ёбаный в рот. Почему я? Почему я? И мы ебурим. ГГ. ГГ. Ген, ты ебуришь? Да. А я? Ебать там инвокер. Он почти лег. Да, да. Минус медведь. Я все, я больше не ебурюсь. Я улетел. Угу. Блять, я тоже больше не ебурю. Да на Матерь божья. Да что со мной не так? Почему у меня... Что, лаги? Надо сделать так, чтобы у нас бочка был спереди. Короче, ебать, как я сейчас обосрался хорошо. Это все потому, что я не покушал. Сегодня только позавтракал и пока что еще не обедал. Из-за этого плохо очень идет. Вообще ноль помощи было. Ну, тоже так получилось, да, неприятно. Кентавр, ноль маны, ноль маны. Все, иди ебурь. А вы можете разводить их там? Я им сломаю. Ну, Мервинг пытается. Я пытаюсь разводить. Пока что меня разводит. Я сейчас тоже прибуду, кстати, Ген. На глиф разве. Четко. Так, я еду. У меня фиссура будет. Тебя надо убивать. Там Урс. Ну мы Урсика убьем тоже. Ну чё ж так страшно? Нам бы этот сломать. Снизу Т2. Ну, я что-то позвал инвокера, он отказался. Ладно, у меня просто будет ульта, и я буду разбирать. О, они сломали. Давай. О, ребят, смотрите, по нашему. Давай. Я шрайн пошел. И эту давай. Ты че? Я думал, враг летит. Ну да, да. Он летел, но решил отменить. Парни. Такое не видел. Ай-яй-яй-яй. Я правда сдох. Но ты убил всех? Всех. Сейчас смотри, первый, второй, третий тикнут. Ага. Ну, вот сейчас. Вот уже ебурь почти. Ебурь, Юген. И что, блядь? Чё, блядь? Кто сильнее, а это рубик дал. Я думал, у тебя там рефреш я уже. Я тоже подумал, два их сломал. Ребята, причём... Ну это шейкер, ой, это не шейкер этот, Рубик. Он просто забыл то, что у него это не работает, ни хрена. Ебать, это что значит, что такое? Хороший хук, отличная реакция. Блять, даже у меня реакция лучше, что тут происходит. Я не понял, правда, почему кентавр не уберут. Неужто у нас только пайп там? Че, мы так. Уходим? Ну-ка, разрешите здесь... НЕТ! Хорошо, успел. Там бы Шрайн второй? Да, пойдем. Сейчас я тут отпизжу крипов, въебывается. Так, а чё я хотел? Аганим вроде хотел. Блин, как долго резать, это кошмар. Слушайте, а Паджик нормально наяривает, между прочим. Там Рошан, наверное, есть? Го Рошан? Угу, угу. Да, качаться, конечно, на шейкере с БФом приятно. Он хочет. Я чувствую, что он хочет мой дагер. Точнее, мой этот. И... Оп. До свидания.
кстати. Короче, в очко эту банку, мне уже не очень хочется все это делать. Это правильно. Я все равно буду качаться по ФФ-чика. Наверх потом тоже в очко. А помощь будет ему? А может, он там? Собьешь? Где он? Смотри, он может быть слева. О, скан? Он ушел. Нет, все, понял. Я скан юзнул. Его сломаем просто. Воу. Так, вот так поинтереснее, конечно. 710 уже дэмэджа, да? Но это потому, что у меня много силы. 92. Соответственно. Ну, это первый, у меня еще один. Давай, вызывай. Если на него накинуться, я накинусь на них. Я в мид, там близко нет. Так, а что не здесь? Там тауэр. Он нет. Тебя лакрить хотел, да? Я out of position. А, ну блин, всех выиграл. Я Эгис. Ой-ой-ой. Всем привет. Может, трон сломаем? Давайте трон. Не-не, не получится. Ебать. Ой, это опять? Ебать. Ебать! Я рассчитываю, возможно, ее успею дать. Ребят, извиняюсь, конечно, дико, но я ухожу. То у меня медведь 70 секунд, когда но хп нет на стиле. Бля, Мир, 200... Почему у тебя 300 урона с руки? Я что-то не могу ничего понять. Я? А, плюс 75 дэмэджа у тебя есть скиллуха, да? У меня нормальный гер. Лола, почему ты Magic Resist взял, а не армор? Не знаю. Ну ладно. Но у тебя проблема в том, что на 25-м не очень интересные скиллы. Voodoo Restore вообще дерьма кусок. А вот Death... Хотя, наверное... Ну, блядь, очевидно, что Range Вардан. Да нет, 20 Restore это точно самый просим. Ну смотри, у тебя всего 40. И тебе дает всего лишь 20... 50% всего лишь. Ну, 60 в секунду, это нормально. Ну, блин, не знаю, вот, например... Я согласен, что это не лучше для 25-го, но, блин, еще да. 60 кости. Это реально бывает. Далеко не лучше, потому что, вот, например, скилл Джаггернаута, да? Ну, окей, представь, что у тебя на пятерых 60 хп в секунду. Тогда это очень много. Бери скорее. Там все еще у вас драк? Ничего себе. Ну, сейчас закончится уже драк. Это что, смогу? Я тут при чем, бля? Можно я упрыгаю? Это он не лузащий шейкер на дрейде. Да нет. Я, наверное. БКБ. Так я их разъебу сейчас. Все, блядь, я беру Юл. Пиздуй этот Саленс. Да я бы мог 10 Брак. Раз уйти, но, к сожалению, Саленс. Не, Квапа кайфует с этой игры. Снупин, спасибо тебе большое за дальнейшее. Второй или третий раз. Не лузающий, совершенно верно, поэтому да. Скоро мы закончим с шейкером. Что-то мне надоело. Ну, если делаешь? Говорить про самые хуёвые скиллы, то да, вот плюс 6 трантов, это один из тех самых уродских был. Убрали. А он уже да. не так. Но в том-то и дело, что его убрали. Ой, бля, я не там фир нажал. Блин. Ух ты, блядь, у меня 600. А, так ты же еще разъебываешь. А, не, показалось. Да. Хотя, зачем мне Юл, если мне нужно БКБ? Что за глупость? Я подхожу, если ты живешь кто-то. Зря я медведя вызвал. Зря ты медведя вызвал, блин. Ну я думал до конца. Похуй. А дефинем. На ну, нахуй! Если все сдохнут, то вот не это как Костик ты запустил у него, конечно, солидный. Бля, не, Мервинг, в общем-то, выиграл в соляру. Не, вижу доктора на самом деле забавный, но, бля. Бля, зафирил бы нормально, я бы их там всех разбивал в соло. Ну да. А я просто фир пуск что-то, кидал. Блядь, мне этот ТХД... А, ну, с ним разобрались уже. Ну и шо, блядь, я сейчас не попрыгаю. На бас тоже попрыгаю. Да зачем ты мне Саленс после прокаста даешь, алло?
Чтоб ты не попрыгал. Раз, два, три, четыре. Да ты какой ты прям... Ты тут... Это какая-то... Блин, я хочу 25-й левел себе, что-то не знаю. Вот это, пожалуйста, мне еще. Представляете, насколько это круто будет? У меня а будет 3 секунды кулдаун прыжка. Он смотри, 60 хп в секунду. Это пиздец, инвокеров фул хп за секунду. Нет, за секунду 60. Да. У него 2000. Это что получается, я не получу свой левел заветный? О, а сейчас медведь в эту форму быстро превращается, это точно. В оранжевую? Да, да, это чуть-чуть вообще. Смотри быстро. Да, ну-ка давай. Слушай, так это обузить надо на самом деле. Типа тычечки давать. Это вообще прикольно. О. Где ж ты есть? Куда он вниз пойдет, очевидно. Не знаю я, блядь, таких как ты. Оп! А чё на БКП? Мер, покажи, в секунду фул хп. Ну вот я фул хп уже. Мер, спасаю! Ёбаные танцы. Так, сейчас главное. Да, действительно. Отойти от всех тиммейтов. Так, ну, артефакты можно. Так, почитал. БКБшечка. Айо. Так, сколько у меня дэмэджа, кстати, получается? 280, 800. 900 дэмэджа. No sound. Спасибо тебе за ресап. Также Пики, спасибо свернул. За подписку большое. Скармак, don't worry. Добро пожаловать, джентльмены. А пока 3-минутная рекламная пауза. Так, ну, открываем хера дэмэдж тут. О, между прочим, человек не соврал. 1000 рублей, спасибо большое тебе. На мужика и выполнил челлендж. Держи свои призовые. Спасибо большое, но я чувствую... Хера дэмэдж, медведь. Чувствую, что это было слишком просто, и я не заслужил деньги да, ни в коем случае. Ну, 1200 потому что ГН выиграл игру, а я просто прыгал. Даже хотя меньше. Нет, тоже нормально не бурил там, да. Спасибо тебе большое. С наступающим. Ну ладно. Так. Сейчас, кстати, Мерф, я тоже хочу посмотреть. О, мне торжачок дали. Что мне нужно? Я не знаю, все равно не получу ничего интересного, скорее всего. Дайте инвокера, все равно. Ну, он мне парень, на котором я тоже в целом не играю никогда. Спасибо, Габен. Так, что-то. Сет на мипаря? Да. Найс. Подарить тебе, Габен? А он нормальный? Ну, хрен знает. Не, ну давай, я что, не откажусь. Сейчас попробуем. А я, кстати, не уверен, что смогу его передавать. Ну, если он не распечатан, а, там, смотри, его можно зарецайклить. Но это совсем дерьмо. Так, давай. А, подожди, а нераспечатанный можно? Да, да, если он ну-ка, в одной такой хуйне. Дай-ка я тебе трейд попробую закинуть. Не, там в подарок надо сделать. Надо сделать ну, подарок. Gift. Прямо из инвентаря вроде может. Да, да. Ага. Так, сейчас одного парнишка добавлю сюда. Так, ГН, окей. С наступающим Новым годом, господин пати-лидер. Найс. Все отправлено. Так, получил. Ты пригласи еще его, если ты Леху позвал. Ну, сейчас он возьмет, вообще скажет, что там. Можно просто что пойти, в принципе, в другую игру какую-то поиграть. А, я же похавать хотел. Сейчас, Сек, слышите, я сейчас, в общем, на минуту отойду.
Давай. ТТТ, я думаю, рановато. Хотя стоп, сейчас уже 8 часов. Но непонятно, надо в конфу про ТТТ спросить. Хотя я бы больше с кайфом в кастомке поиграл, какие-то Ой, да, чуть не оговорился. В Доте 2. Андрюх, ну вроде нормальный сет, спасибо. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Буду пожалуйста. ебашить на нем. Блин, надо будет заказать какую-то еду, но я не хочу заказывать пиццу, я хочу заказать что-нибудь нормальное, там мясцо, какой-нибудь там рисочек. Где это можно сделать? Хотя вы не москвичи, вы мне У вряд ли жены. подскажете. Так, если бы все было бы так просто. Так Лёха будет? Да вроде да, ну лёг Я как вот что Паша обычно. бы закинул тогда. Красава, все, я еще вернусь, быстро хаваю. Блин, насчет рекламы близов на самом деле настолько согл. С телефона или планшета вообще невозможно смотреть стримы, особенно если кто-то рекламу пускает. Причем раньше это доджить можно было, ты вроде, ну, закрыл стрим и заново открываешь, и все, рекламы нет, а сейчас нет, блядь, все равно заново 30 секунд эти начинаются.
Алло. Алло. Привет. Привет. Чё, никто не заходит? Все игнорят нас? Так а кто должен зайти? Ну, я Алексею вроде звонил, он должен был брать трубка. Так ты не набрал его, ты просто закинул его. Нет, неправда. Так спросил бы у него в стиме. Я написал, спрашиваю. Но лучше же голосом, правильно, когда живое общение идет. Але. Алло. Hello. How you doing? Are you streaming? Yes, I'm currently streaming. You currently рубишь бабос перед Новый год? Yeah. Бабки закончились, как обычно. Подрубил стрим. Сука, бабки кончаются, Я блядь. только что заработал косарь, собрав БФ на шейкере. Вот ты так смог бы вообще в любой игре? Судара? Судара, косарь? Или как? Нет, косарь за всю игру рублей. ВРЛ. В А, ИРЛ, да. косарь этих деревянных? Ну да. Ну, блядь, не знаю, надо сравнить это. За сколько игра длилась, Андрюх? Ну, сейчас, подожди. Значит, смотри. Игра длилась 35 минут. Ну, за 35 минут точно косарь зарабатываю, Андрюх. Чё обижаешь, Да, блядь? в смысле? Ты чё, издеваешься? За 35 минут косарь заработал. Блядь, вообще жесткая работа у меня. Ладно, на самом деле рублей где-то 25 я зарабатываю за день. Четко. Когда будем играть? Во что будем играть? С кем будем играть? Я бы предложил так. Давай, Лех, я тебе сейчас кину пати в доте. Мы возьмем еще пятого человека. Ты в Нажмем доту будешь поиск. играть, серьезно? Мы нажмем поиск. Нажмем поиск. Будем играть игру и в процессе решим. Как план? Ты ебанулся, мне кажется. Нет. Не, А ну ты только включил, только подрубил, типа. ты можешь быть прав. Ну, сколько? Час. Ну, мы две игры сыграли. Час 50, Лех. Андрей, Да. глянь там в доте. Что? Send invite. Кстати, вот есть у ВП определенная какая-то разрозненность. Как-то вот они тренировку заканчивают, и все, все рассосались. И как так получается? Мервинг зовет Пашу, там Леха что-то приходит, все порознь. Сейчас они еще, небось, это... А мы это, В мы жизни... сотрудники. В Мы жизни не друзья, сотрудники. со... Ну, нет, это грамотный подход, на самом деле, это грамотный подход. Андрюх, мы же профессионалы и сотрудники, понимаешь? Не, все правильно. Сначала нужно максимально выстроить, так сказать, рабочую линию, после чего уже можно, конечно, заняться и дружеской. Но чтобы это ни в коем случае не влияло на рабочую. А Я... корпоратив у Да. вас был предновогодний, сотрудники? Перекоротива не было. Мы онлайн друзья. Интернет друзья. Ясно. Ну вы там хоть фотками пересылаетесь, там сообщениями всякими. Конечно, обнажёнка. Правильно, правильно. Короче, я бы на самом деле говорю, я бы в какой-нибудь КСик даже поиграл. А, нет, стоп, у меня два варианта, два стула. Или какую-то кастомку пиздатую найти в доте, или может быть КСик В КСе пострелять. вообще было очень хорошо. Мне кажется, в КСе было бы, знаете, что прикольно? Чтобы точно избежать, ну как точно, чтобы Друг против друга минимизировать, 10 собрать? да, минимизировать риск читеров. Понятно, что у нас по-любому кто-то из наших этих, ну, Ну, Андрея вроде. Мервинг тот же с щитами катает. Да. Слушайте, а за такие игры в лобби мне будут давать ПТСики? Не. Сука. Ладно, давайте, реально, я закину в конфу, типа, КС 10 на 10. У Паши 5 на 6 5. тысяч пати ММР, вы представляете, как нас сейчас будут пиздить? А против нас настоящий Так там лода? лода против нас. Или XY лода? А у Лоды 5800 пати ММР, блять. Столько в жизни не было, даже в соло. Кекс будешь КС 5 на 5? Пока салатики делаешь, кек. И что, он взял пуджа просто вот так вот? О, блядь, я тоже хотел на пудже. А это он взял? А я на ком буду играть теперь? Стоп, вы уверены, что это настоящий лода? Андрюх, ну смотри. Нас искала игру 5. Следовательно, мы попали
на стак из 5 людей. Да. У одного из них ник Багряна Смерть. Ты прав, ты прав. Блять, как же ты... Как Тебе ты надо думаешь? Было следователем работать. Зачем ты в доту-то пошел Андрюх, играть? Как ты думаешь, это настоящий лода? Ты очень хорошо разжевал. Нет, это не настоящий лода. Так а что, на ком играть, блять? Вот на этом. Ебать. Еще один чат. Рерандом. Умереть от вражеских героев 10 раз до 15 минут и победить. Чё? Ставки 1000 на тренде не хочешь побегать, Пашук? Я на тренде. Хрюкаешь. Здорово. Я ж, здорово. Слушайте, парни, такое дело, ко мне пришел еще один челлендж. Значит, сдохнуть от вражеских героев 10 раз до 15 минуты и победить. Сделаем? По, 10 по 20 руб... по 200 рубасов пилим друг с другом. Что мало как-то, блядь, братан, я не знаю. Давай, давай наоборот. Ты этот косарь отдаешь нам. И еще по косарю сверху каждому. Полное говно. Во, кекс тоже будет КС. Короче, тут пишет Мервинг, то, что он словил синий экран. Вряд ли успею реконнект. В смысле, блядь, как можно не успеть реконнект? Бля, я не хочу на тренте играть. Что делать? Ну, может, Мервинг ливнет? Ёбаный в рот. Ой. Пойдем next. Здесь у нас пик лютый. Нам нужен хардкерри, Пашок. Думаешь? У тебя есть в пуле хардкерри? Это, на год назад уйти? Когда там? На ком играл, вспоминаю. На антимаге, помню, Каптен Здрафт играл. На ком еще играл? Все. Все. Реально все. Ладно. Я играл на Урсе, но это не хард. Играл на Эмбере, но я не умею. Так, короче, ладно, после этого тогда в КС 5 на 5 будем. Лёх, назови героя, Лёх. Просто назови героя. Блядь, Пашок, спектра очевиднейшая, блядь, легкая тут. Хорошо, хорошо. Нет, хуйня. Залупа. Подожди. Это... Сейчас, надо придумать, блядь, тактику. Лондруид, лондруид, Пашок. Лондруид? Ты серьезно? Шутка, шутка! Блядь. Этот. Рандом. Блядь. Да рандом же, скорее рандом, всего. Да не нажимается, нельзя последним рандом. Подожди, тогда все, 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 жди, жди, жди. Стоп, стоп, без паники. Отставить панику. Ладно, мне, я все равно... Просто жди, просто жди, все нормально, все будет хорошо, просто жди. У него бабок не будет вообще. У него будут бабки. Я их фармлю все равно. Да, он нафармит бабки, все в порядке. Блять, какая залупа сейчас происходит? Так что делаем? Пашок, играй на тренте, дай мне, блять, сука, джаггера, пикай меня. Нет, пикай мне джаггера. Просто подождите. Спокойно, ребят, у вас во время официальных игр так, такая же суета происходит? Пашок, мы проебем ММР сейчас, блядь. Вот, вот, на рандоме, вот. Это на рандоме. Рандом нормально знает, что взять, отличный герой. Такая. Ну давай, что-то мне вообще на тренте... А ты умеешь на нем? Из инвиза вышел. Андрей, привет, спроси у Паши, где моя майка обещанная. Нет, в смысле, блядь, ты в арты знаешь, как... Это же нужно стоять возле дерева. Сивчук, я думаю, тебе лучше спросить об этом. Спасибо тебе большое за поддержку. А в арты знаешь, как покупать, Паша? Слышите? А их можно закупать. Ну ладно, я на умнике побегаю, пороумлю. Бля, сука, сука. Блин, антимаг. А у тебя на 25-м? На 25-м ман не жналёк. Я не даст, блядь. Это интересная игра будет, парни, я уже чувствую. Че за огры еще какие-то вонючие? Это Багряна Смерть. Так. Да, это что у него компьютер, типа, синий экран, в смысле, не включается, или что он имел в виду? Да нет, он уже, типа, в рабочем столе все загружает, я не знаю, что он выдумывает. Хм. Давайте подождем паузу немного. Конечно, да, можно подождать паузу. Такие проблемы. Ну, просто у нас сейчас все равно нету стака еще на CSGO 5 на 5. Если мы сейчас не будем играть, то мы обосремся просто немного. А это нам разве надо? Да, это нам ни в коем случае не надо. This life. Блядь. Боже мой, блядь, как много рекламы, блядь. Это 2017 почти, а у тебя нет сета на торрента ни одного. Да. Just look here. Спасибо большое за подписку. Также Zergut, спасибо за подписку. Мистер Фрайм 77, Мистер Фрайм 77 и Психоделик. Спасибо за 22 месяца. И вам.
Да, правильно, я никому не нужен. Спасибо, Андрей, что разжевал для нас просто, ну мало ли, блядь. И шо, где этот, блядь, фраер наш? Есть кто, у кого он, телефон? Он мне в стиме пишет, типа, минуты 2-3, думаю. 2-3 мин. Блять, он значит, наш. Как так может быть? Он меня поставил в очень неловкое положение, потому что я ничего не понимаю. Как так может получиться? У него вылетел синий экран, и ему нужно 2-3 минуты, учитывая то, что он уже в стиме, чтобы зайти в доту. Как это может быть? Блять, я пошел проверять. Пошок, блять. Осторожнее. Кстати, Алексей, тебе тут предъява, то, что ты учишь русскому, а сам не ставишь запятые даже. А надо было там? Ну, вот в чатике кто-то говорит, что надо было. Перед братом, типа, обращение? Ну, возможно. Брат? А что я писал, я забыл уже. И проскроллить не могу. Я тоже. Ебать! У него на Рике 316 игр и 96% винрейт. Чего, блядь? 96. А, так это, блядь, какой-нибудь этот, партийный, рейтинговый каталог. Да. Ну, они обузят. Ну, короче, это намек на то, что они все выигрывают, и, типа, мы сейчас проебем. Ну, как бы все. Так что, пора прорядить его винрейт? Ну, из-за того, что они отжимают, вот у них винрейт хороший. Поставьте паузу, у меня 130 секунд до паузы, до следующей. Мы сейчас по кругу будем ебошить. У меня тоже нету. Не, в смысле, если там реально потные, хотим победить, блядь, тогда мне нужно полимонить на топе. Ну мы давай. Давай я могу разлимонить тебе. Ты на ком? На врача Кинге, да? Смотри, братуха, ставим, значит, лейнвард. Ну хотя, слышишь, как я тебе буду лимонить? У меня стал чилд, этот самый лимон, тангос, клоретки. Короче, можешь выбирать услуги лимонинга. Либо святой, либо бревно. Тут как бы у тебя не очень вариантов. Ну да. Причем святой тебе будет лимонить без вардов. Можно мерования дожидаться, поставить его лимонить. Ну, типа, вот, ты контролишь его. А... Ой, блядь, ну это сложно. Это двух героев, двух юнитов одновременно контролить. Это же невозможно. Ну, Лёха же справится. Лёха уже опыт. Кого, блядь, Тинкера контролить? Уж ебанулись. Да, пусть... Ну, ТР хардеру промахи, хуя решил. Короче, блядь, я вам все расскажу. Вам просто нужно сидеть молча, блядь, сука. Кому что ясно. Я помню эту хуйню. Ты должен прийти поставить вард, блядь. Тренд нахуй. Или кто, или омник. И виза победить. Кто-то. Алло. Меня не смотрит. Пауза. Слоня нету. Я реконнектор. У меня КД. Короче, рассказываю, блядь. Ты берешь шурбов вином на тренде. Сходи. Это который замедляет, да? У меня лимон уже, алло. У него есть орбов лимон. Ты тогда берешь эту себе винлейс, блядь, и из инвиза даешь тычку так, что помник подбежал с урбофеном и ударил, блядь. А я с замедлением буду? Тут уже работаю я, блядь, со станом. Фух. Ага. Блядь, дайте варды купить. Еще надо это, надо досты, блядь, от этого, Рикки Чмаря. Так, все ясно. Мне все, ауру вино? Надо? Мне надо ауру или первую? Всё, ты можешь, блядь, что по кайфу у тебя взять? Ой, а мне больше ауру по кайфу. Хотя не знаю, я не решил пока еще. Пиздец, у меня закуп четкий, блядь. Я что еще не видел. Что за говно? Что такое? Steam клиент not found. Блядь, Мерф, а что случилось? Как ты получил какую-то такую ошибку, которая тебя просто так подкосила? Ну, дерьмовая материнка, синий экран, комп пошел на ребут. И я тебе с телефона писал. Так, у тебя 5 минут комп ребутается? Ну, у меня нет SSD-шника. У меня тоже нет SSD-шника, но вроде не 5 минут это занимает. Ну, у меня материнка из 2011-го. Ясно. Карту закрой. Закрой карту в натуре, блядь, если у них там 96% винрейт. Я твоим ебалом могу закрыть карту, хорошо. Хочешь? О, я пошел к ним на стрим. Ну, никаких проблем, братуха. Ну, все. Давай, качаю google.ru. Пишу просто соло, 4 буквы. Салон какой-то, блядь, соло, клуб, караоке-клуб, соло-караоке. Поехали. Ран-соло. Картинки включаю. Картинки там Лёха. Не закрывай карту, алло. Ладно, скидываю, парни, список. О, блядь, идеальная фотка, чтобы закрыть. Скидываю список слов кодовых, которые будут значить совсем не то, что, как бы...
Ну, если идем гангать топ, то получается идем гангать мид. Если идем гангать низ, то получается идем гангать топ. Все все запомнили? Идем на Рошана, это значит идем гангать низ. Так, сейчас будет, сейчас будет. И на стрим зашли типы и пишут в чат: привет от Райда Фидера. Завершение загрузки уже, все. Вот, отлично. Как раз и Паша, и Леха закрывают мне экран. Отлично, спасибо, ребят. Так, у Анчимага три ветки, 8 танго и щит. А ты их стрим открыл? Да. Угу. Так, пуш наверх бежит, с Рики. Короче, Рики в наш лес все будет забегать. Огры в легкую пока бежит. Пуш просто в топ хуярит, это хардовый. Сэфмит. Ну все, никаких проблем, блядь. Очень просто. Держитесь крепче там, блядь. 7.96 винрейт, сколько там, блядь, у вас сейчас. Андрюх, когда будем им трон ломать, ставь паузу и скидывай свой киви кошелек. Пусть, блядь, бабок нам скидывают. Хорошо. Так а чё, слышите, может я тогда в миде пока поставлю вместо Мервинга? А, блядь, он зашел. Так может ты Тинкера туда приведешь? Давай. Ну я не могу, ты уже зашел. Да шо, играем? Я даже на баунти руну успеваю. Мужики, мужики, а ну быстро, все тихо, блядь. Идем это, нижнюю баунти отберем у них. Идем. Чтоб все планы в 2017 только тут даже жизнь, то перегрупаемся. Рики где был, Пашок? Под нами уже? Ну они с Пуджом где-то здесь, да. Вот-вот, жирный есть, большое. С ним рядом, вот, видим. А, так Рики под нами. Вообще мы за 6 секунд, может, даже успеем. Я надо бежать. Успеваю, вроде. Пошли, ладно. Надо бежать, вот мы и бежим. Давай, Сефа, работаем, сейчас... работаем. Вгрызаюсь, блядь, и в него, и все. Блядь, тут сложно. А нашу Рики забрал. А нашу Рикич возьмет, все по делу. Доиграли. Да, у нас есть... А, у нас есть еще и досты, так все, это ж фривин. Ох ты, блядь. Тот чё? Сложно тут. А он забрал уже? Неоднозначная ситуация. Да. Так, и что мне делать теперь из такой него... Парня, пулить. Пулить? Кому-то так... одному пулить, а Трен должен стоять рядом со мной в инвизе все. А тут... А, Лёха в мид пришел. В смысле, Лёха? Бля, давай я помогу лучше Бермингу. А зачем? Ну у него там Лёха. Да, надо. Андрюх, ну вот я не люблю. Не ходи, смотри. Бах! Бам! Ну он станом не умеет. Ой, блядь. Виртус Про! Виртус Про! Ну! Я жду, все. Давай, я сказал пулить, блядь, в следующий раз, блядь. Будешь пулить, понял, блядь? Мне похуй, что мы ФП сделаем. Так, я попробую. А это нет. Работает сейчас, слышите? Слышишь саппорт? Да, ты? Это можно. Работает? Да, на 54-й, на 53-й. Это мне еще секунд 40 ждать. Ну ладно, я подожду. Ну на 23-й. Подожди, на 23-й? Бля, ну что ты... Тоже одинарно отпуливает, Андрю. Не мог нормально мне вообще сказать. Так тут никого нет, я пошел к Мерву. У него там вся туса. Так у нас же была установка. Я себя по кайфу чувствую. Можете делать. Я выгнал. У меня Угр куда-то ушел. Парни, что по кайфу? Вот смотрите, куча вернулся. Угу. Блять, ну я уже на полпути, так не работает. Ой, был в рот, иди. Блять, у меня Рикимара здесь. Паш. Понял, все. Ну, я крипас сожрал. Ёбок. Можно спеть, да? Чтобы вы поняли, он блинк страйком это сделал. Он даже не разревилился. Ёбаный Иисус. Это вообще... Ты сейчас понял, что... От жирного не хотим уже? Уже. Подожди, брат, крипа проебуй, это, блядь, некрасиво будет. Не, он даже должен умирать. Ну он всё, он мёртв, он мёртв. Работаем. Он тэп-аут делает. Фулл ДПС. Тэп-аут, блядь. Отлично. Досты. Андрюх. Давай. Даю, ухожу. Чётко. Сейчас мне нужно МСика набрать. Секундочку. О, ещё нужно у тебя третий спиздить с линии. Да, это Кекс, КС 5 на 5 будет. Фу, сука, блядь. Почему маленький? Блин, еще я не понял. Огонь там. Смотри. Иду. Ласт хит, знаете, кому оставляет. Есть мид ТП, мид ТП. Едет ТП в мид. Дал тебе армор. Давай, хуярь. Ой. Да! Я и тут успел, и там помог. Мерв, держи, все тебе накинул. Подойдешь на шрайн? Я бегу тоже. Давай. Но это что-то долго.
Кура, почему не апнута? 3.01 уже. 3.02, блядь. 3 бьет сейчас. 3.03, блядь. Почему кура не апнута? Алло! 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 Почему Леху не слышно? Ой, блядь. Я зацепил его. Цепляет. В боте будет халп? Нет, да, извини. Армор есть. Нормально, нормально. Так, ну, Паш, я деревья тебя, лучше я не тебя есть, мне деревья отдаю. Очень нужны. Хорошо, хорошо. Я фонтан буду снизу юзать. А, снизу, сверху рич... объявился, Паш, дай... Ладно, ты ушел. Все. Давай, 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 не-не, я... мне не сложно. Пойдем, пойдем. Желаю трогать. Леха! Леха, армор, армор, Леха. Пошли, давай. Там это гномики убежали куда-то. Да, куда, все вернули. Андрюха, я бегу тебе давать носки, пожалуйста, останови. Хорошо, давай. Все. Ну ладно, тут. Мы его обманем здесь. А че он? А че он, лоб? Лех. Я по реке, я по реке. Лех, Лех, я иду, Лех, 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 Лех. Леха! Леха! Лёля, Лёля, давай, давай! Пойдем, 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 убивай. Че он? Бегу, блядь. А он же, наверное, не один он. Лёля! Неважно, Лёля! Лечись, 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 лечись! Ты ласкит оставляй, не трогай его, вообще. Я разочек, да, ему? Ага. А вот это же перекрутишь. Смотри, смотри, что могу, смотри. Под крипами там, не под крипами, похуй вообще, Dota 2. Алло, Андрей. А. Хилить меня. Хилить тебя? Давай подхилю. Я специально так же догреба. У меня есть сверху. К вам из... А, ну он наверх минус. Ходил. Вообще. Меня, так, значит, от отвода. Учимся можешь делать отводы. А, нет. Лёх, у меня получилось отвести... Не, не получилось. Ты что, потому что это пульт перелился? Не слышно тебя, Лёх. Как не слышно? Алло! Вот так слышно. Алло. Что, вообще не слышно? Так, значит... Блять, отводы, ненавижу это все вообще делать, блять. Алло, как не слышно? Как не слышно? Погромче, слышно, погромче, слышно. Погромче, скажи. Алло! Тут реки в меду. Этого. Можешь я... прям углубляться. Для изучения. Углубляться, когда шестой будет у меня уровень прокачка. Ладно. А давай и пойдем, что он подходит? Я хочу пулить учиться. И Огр в мид пришел. Я у них баунти слежу и пойду. Братан, ну это пиздец, ну, что не, делать? Ну все, все, давай, давай, хочешь, давай. Ноль, ноль риска, блядь, только уверенная игра. Ноль риска, тогда пульт сам, давай, 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 я подержу их. А не надо, я вот сюда уже, ты вот тех подержи лучше. Вот тех подержи. Смотри, ну, как это делается, этих загрел, а этих встречаешь, Андрюх. Ебать, прикольно. О, давай я пригенюсь, держи, я держи, заберу. Я регенюсь. Слышь, он меня бьет. А, или не заберу. Я иду вот этих мочить. Я с тобой, конечно, не слышу, конечно. Уже, уже ТП, уже ТП. Бегу, 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 на гра бегу. Давай, давай, они сейчас захотят подраться со мной. Да какой там? На нахуй. На нахуй. На нахуй. Попадать, попадать, попадать. Ебать ты наорал, конечно, хорошо. Только кабанов нет, далеко. Тоже. Может сейчас возле деревьев побегу? Ну так не работает. О, ракетка будет? Мари, смотри, да. И лазер будет. С ноги. Грамотно. Грамотно, красиво, уверенно. И за ган одного. Парни, что, топ запушим? На лоб. Я могу тебе поботать разок. Нет, за ган. Пешком давай, давай, пошел. Опа. Рики в меду. Я считаю, надо топ запушить, мужики. Угу, я иду, иду, иду. Как раз вот пушер главный. Походь, ты что там? А, у нас тут... Ага, понял. Я бегу на паджера. Угу. Будем работать, Павлик? Надо, надо работать. Я бегу на моме прям в него. Поехали. Понял. Мне просто похуй. Прошок, блядь. Надо было, Лёх, пиздец. Ну вот и пушим. Пушим нормально, да. А шо он? Давай еще работаем. Давай работаем.
В боте экспаюсь, если не надо. Я ушел. Вообще поебать. Три секунды. Ну на пудже. Так уверенный. А ты ж тележку потерял. А я не хочу. А он нервничает, может просто. Сейчас он будет динайт. Ты готов, Лёх? Можете в бот кто-то прилететь? Да, Рики 5-го левела. Ты готов, Лёх? Блять, ты нажал мом. Так а как он может динайть, если я... СФ тоже к вам наверх может пройти. СФ наверх пошел, слышишь? 3 секунды, 4 секунды армор. Ладно, похуй, работаем. Все, ебу его! Я пошел, пока. Да, это был такой дешевенький мув какой-то, Андрюх. Пока, всего доброго. А чё это, пуш вернулся? Иди похиль, блять. Нет. Алло. Нет. Ладно, мне... я приду, когда ты реснешься. Стакайте, кто там розовый рядом. Я лечу в топ. Достань. Андрей. Трором. Не могу, я не умею стакать. У меня ни отводы, ни стаки особо не получаются, сори. В чем дело, Андрюх, я не планирую умирать. Все, давай. Делай ему на. Что, да, прям? Выехали, блядь. Сука, гг. На! А этого. А еще есть детекшн? А, хватит. Так и под достань. Понял. Ребят, винрейт его исчез. Мне кажется, небольшая заслуга пуджа в этом есть. Да. О, это пуш. А что он делает? Нахуй он физит? Непонятно. Ну, может просто хочет, чтобы мы в КС пошли играть уже. Так, снизу могу цеплять. У меня нет. Я лечу, брат. Поехали. Работаем. Я уже туда бегу, уже наперед. А, я думал, у тебя корни есть. У тебя нет корней. Тогда а это. Ты не будешь его? Блять, ну он. А вот и я. Дай! Побич бинго! Сука, что ж такое, блядь? Так, Лёх, корни. Есть корни? Да. Заебись. Риус корни. Кому летел? Не, игра интересная получается. Ну может, да, он прикольная. Может он отвлекает внимание наше? Трики нам дает, потом антимаг ну, или с СФом. Ну, скорее всего, типа никто не смотрит на СФ, а у него там еще дублейды в тэше лежат. Я начинаю, будем? Давай, пошли. Я тоже иду. У меня есть срор. У меня когда-то ПП-то да. Не бояться, никому не бояться, ай, никому ай, не бояться! Ай. Никому не бояться, моя смерть! Блять! Я боюсь! Я тоже. На марш иди. На марш иду. На марш, говоришь. Я ТП-шись вон. Ай! Ой, тут легко, легко вообще. А ну-ка пропустите. Ну-ка расступитесь, дайте ему разок, блядь. А этому. А ну стой. Стой, блядь. Да подожди. Так они начинают побеждать, слышите? Я просто поговорить хочу. Ген, я пошел отсюда. Всего доброго. Давай. О, Побухич! Нет! Вот. А есть ли ваш? Нет! Или это иллюзия? Ребята! Есть вижен? Нет. Есть вижен? Все под контролем. Да, Андрюх, ты думал просто так винрейт 96? А он же не может выйти, да, отсюда? Не может, у него маны нету. Слетай за виженом, слышь? Так он умрет. Я а, да. Действительно. Ну вообще тут сверху вроде проход есть. Бля. Да? Как неудобно это получается. Так, ладно, слышите, надо вот этого набрать. А, вот этого. Чего? Может, Рошана с этим, с некрами следующим? А ты можешь дать контроль на юнитов на бесте? Да. А как это делается? Тап и внизу. Настройки управления общих юнитов. Дал. Лёх. Мужчина, я тоже подхожу. Я иду, я сразу. Лёха, на разворотике, на разворотике. Парни, я по телефону горил, поэтому стрейфился. Так бы я просто вперед бежал все время.
О, это что за хуйня, кстати? Какая? А, да. Вон. Блин, мне нравится мой герой. Так, тут есть чел. Но мы его, по-моему... Я иду. Но Рора нет. Есть корни? Сейчас запиздим его. Только вот это есть. Ой-ой-ой, на кабана прям. Я бегу к вам, парни. Но я далеко еще. Там на шрайн сзади окор тупо сделал. Гэн! Рики. Оба! Опа! Не, сбили чапс. И ты живешь. А там два типа вообще лоу. Вежность будет, но не на этого. На. Ой, Сэф тоже сдох. На! На! Сука! Смотрите, а тут я бегу уже на моме. Ага, понял. Идеальная игра. Не надо это, до дому. Мерф, ты когда Тинкера тренировал? 4 июня. У меня у друга день рождения 4 июня. Хм. О, лода и бурит. Но это... О, смотрите, я предлагаю взять вот эту парашу и пойти замочить фраера. Как считать? Запушить низ? Запушить, да. Да, можно. Антимага в лесу подождать. Угу. Только далеко за этой парашей вообще не те. Я могу взять, Лёв. Я пойду попробую, кстати, свою удачу проверю сейчас. А ну подождите, одно мгновение. Сколько у него хп? Очков. Сколько очков хп? Не вижу. 650 очков хп. Да, но у меня огар подсунули. Ну давай, давай, чё ты очкуешь? Я тысячу раз так делал. Вот, повезло тебе, видишь? Ну, один раз повезло, да. Лёх, смотри, смотри. Почему смотри. Они бьются со мной? Почему они бьются со мной? Я не понимаю. Лёх, барабан нажал. Там 97% винрейта сзади бегают. Ага. Одно мгновение, блядь. Секундочку. Живу, живу. Да-да-да, живёшь. Блин, я побежал за парашей, как и договаривались, и потом на Рошана. Ой, на этого. Угу. На Пуджа. Вниз. Да. Да, да. Конечно же. Именно это я хотел сказать. Конечно, Вася. О, ты хочешь помазать меня? Конечно. Слушайте, парни, при всем уважении к тому, кто смотрел до добав, и при том, что лучше видят, но не играют они на тупой винрейт, вы же понимаете? Почему это не играют? Это основной матч. Какие-то они это... Ну как сказать, так чтобы не обидеть никого. Сработало. Немножко, блядь, что-то не так с ними. А ну, есть подкрепа со мной? Да. Я уже... Сюда, блядь. Проверь дачу. Удача работает. Тут есть черный. Сработало, парни. Я нашел черного. А у него это неуязвимость. Но он на месте стоит неуязвимости. Угу, есть такое наблюдение. Я взял его. А дайте мне разочек кого-нибудь стукну. Один разик. На меня, на меня. Волан с даггером? Я продлю. Вот так вот. Кто с даггером? Есть кто? Или мне показалось, Рики Шимара был с даггером или нет? Не, он на меня блинканулся. Блять, как ты такой быстрый? Как это, ты добился, блядь, мой этого? Секрет. Да, вот этот выбор у Леорика на 15 левеле талантов, я даже не знаю, блядь, что взять. Ну да. Пиздец. Да, мне кажется, Пуджа через автоатаку отправляют. Давайте, 200 хп. А чё, я считаю, пора все уже. Хат мне идти. Это... Рыцарь, омня. О, да, смотрите, да, да. Пацаны. Я просто продать, блядь, мне кое-что надо. Не везучий сегодня. Ну, пожалуйста. Очень надо было, честно, пионерское. Сейчас вот. Оп. Все, я иду, можешь прыгать. Убивать. У меня есть достаточно. Все, прыгай. Какой Рики? Про Рики Мара. Ну вот здесь был подо мной. У меня не край здесь встретить. Я готов. Выехали? Да. Угу. Рабочка пошла, блядь. И пизда. О, он под шрайном. Под шрайном, блядь, я видел это. У меня Егис, парни. Нет. Работаем, что, работаем, поехали? работаем. Езжаю, смотри. Давай. Смотри. Ну где? Ну шо? Я мог заботаться. Где Крит? А это? Ой!
как же просто. Почему я себе включился? Не, в Race King на самом деле больной герой. Команды когда-нибудь придут и начнут его брать, и это пиздос. Ты думаешь? Да. Я могу в него ехать, сейчас. А сейчас кого пикают, Андрюк, знаешь? Не, не знаю. За кабана. Я не знаю. За умника. Да. Тут сзади Рики разъебал. Понял. Так что, может это? Да. На развороте? Вы хотите на разврате? Ну давай на разврате сыграем. И Рики, смотрите, что манчик такой. Оп. Гем вижен. У него гем? Кто гем? Алло, где гем? Бегу. Сейчас я его подзамерю. Блять, Моми не уязвим, сука. Глубже, Лёха! Я максимально глубоко, блять, уже, Андрюх. Да, диффуза у кого-то есть или? А, нема. Стоп. Ой, блядь, вот это там и был их план. Мало времени. Все ясно. Так, вот эти 90% ведры. Все ясно. Вот он был АФК, вроде стеснялся, и тут вот. Все, блядь, ГГ, спасибо за игру, ребят. ГГ. Воу, мистер Сэндж. Спасибо огромное тебе. Всё? И сегодня ты балуешь стримера щедрыми донатами. Спасибо тебе огромное. Всех ваших людей в конце с наступающим. Любим, целую, минус политика, бла-бла-бла. Хорошего Нового года, соло, хороший сезон. Спасибо тебе огромное. Дружище, спасибо. Очень сильно спасибо тебе. А благодарю я. С наступающим Новым годом. Вот, ты пошли. Так, чё, короче. Я покупаю гем. И всё. А дальше я буду копить себе на Гвардиан Хрифсы. Тут 4. 4? Да. Ну давай проредим количество их. Давай. Только я не первый, я с гемом, слышите? Мне нельзя. Вот это можно поломать. Пойдем, что там, парни? Что там, замес где-то? Делай ТП, Лёх. Ой, Радик приехал. Блять! Я тебя не понял. Блять, Пашок. Им такая пизда за то, что они сейчас сделали. Блять, слышите, у этого задра реально диффуза уже появились. Да, это все, это конец. Я вообще не понимаю, откуда у него бабки. А, нет, он там кильчики какие-то мутит. Ну я все, я пошел. О, мерв тоже все. Я с Джемом мерв. Лёха, я тебя оставляю. Ты сам за себя. Нет, я иду, я шучу. Батя потерялся. Подожди, блядь. Одно мгновение. Лёха, сейчас готовь, встану в реке. На Балтовой. Сейчас на Балтовой. Пашок, это для тебя, брат. Спасибо. Работаем по базе? Работаем, да. Только у меня маны не так много, поэтому не рассчитывай на меня вообще и... Да. А у меня вот это есть. О, пошли обучи. Блин, что я... Бегу. Я даже демон этого получил. Да тебе кореш, он бежит. У меня есть штука. Лёх, резко, готов? Во-первых, вот так. И поглубже сейчас, доверься, поглубже. Ребят, мужики, поглубже, блядь. И гемчик возьмите, ребят. Блять, доверил. Уровень доверия максимально. Максималочка. Я барак все-таки добью, не деревьев нету. Отлично. Блять, я деревья стою. За жопу.
Блин, то есть получается все-таки тренд может сам себе инвиз сделать. Блять. Посади дерево, и за 3 секунды он в неуязвимости. Угу. 3 секунды Андрю по меркам доты, это ж. Нет, там гем, там гем. Очень много. Берите. Я на подъезде тоже есть в чем. Ну я это рабочий пустой. До сих пор есть. Парни, доверие есть? Осталось немножко. Конечно, доверия для да. меня? Доверия мы очень много. И туда? И все, вперед, 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 поглубже. В каком мы диспелится, я не уверен, не знаю, посмотрим сейчас. Вот. В принципе, все. А это что это такое, смотри? Это 96%, прошу не забывать. А что, ты боишься, что ли, Лёв? А у меня не мая. Так, где он? А я бы тебе вот так вот грифсы бы нажал еще. Я пожалуй. А, так у тебя места еще. Пошли, 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 давай. Он вот тут, мне кажется. Где он? Я не знаю, где он. Давай покажу. Детекшн. Не, не покажу. Детекшн. А, слышишь, в натуре, у меня же нет гема. А я дурак, думаю, показываю. Что там? А. Что тут продается уже, вроде, не? Посадите елочку, может? А, не успею. Да я уже. Заходите смотреть мой стрим. Конечно. Андрюх, ну что, давайте, наверное, расходимся и посмотрим. Да, стрим, давайте, я тоже думаю, лучше посмотреть. Кстати, стрим, вчера видел, как Герофы были у Зевслайфа на стриме. Ну да, у него сейчас... Вчера смотрели, пацаны? Новогодняя тема у него там вообще жесть. Лучше, чем телевизор работает. А розыгрыш видели, какой был у него? Да, вообще прикольно было. Кейсик. Здорово. Ты стример, ты собираешь. Стример, походу, замутился. Так, да, все, стример здесь. Пока трехнутая рекламная пауза, дорогие друзья, после чего будем играть, наверное, в CS GO или что-то такое. Так, ну давайте все. Короче, Counter-Strike едем. Так вы хотите здесь все-таки пробовать собрать? Да, 5 на 5. Алло. О, алло. Смотрите, просто... Да, раз, просто... два, три, четыре. Ну, в конфе 5 я уже вижу. Нас, получается, четверо. ГН не играет, насколько я понял. Ну да, да. Ладно, давайте удачу. Давай, спасибо большое. 4, 6, 7, 8, 9... человек. Ладно, давайте я в другую конфу наберу. Давай. Все, пока, уебки. Алло, здорово, парни. Алло, здорово, парни. Здорово. Вот это вообще обидно было в конце. Здорово. Здорово. Про парней такой обидно было. Значит. Вован такой видос лютый скинул. Сижу, сорю. Знаете этого фрера? PewDiePie. Ну да. Угу. Как, а видели, как он Outlast проходил в реале? Нет. Я видел немного. А что было? По больничке. Это старый видос еще, это же 10 февраля. Он срался под себя теперь, или что? Да там жестко. Full roleplay, короче, типа того. В смысле? Там нормально, Андрюх, так... ты бы навалил. Так хорошо. А как он проходил? Алло. Да, ну как, как? Full roleplay, Кек, что ты имеешь в виду? Ну, нацепил камеру на себя, там, больница актеров, они там все, типа, домогались. Ты Outlast видел хоть раз? Ну да. Мельком. Ну, а, Outlast в реале, лол, да, все, я понял, 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 о чем речь. Он, кстати, 50 миллионов набрал, вроде, подписчиков на YouTube. 50 миллионов? Да. Ерунда. Ну да, вот что всех. Это такое? Вот антимаг из прошлой игры, блять. Вот это вот я понимаю, у него контент. Зевслайф, в смысле, что ты Зевслайфа называешь просто антимаг из прошлой игры? Сори. Так, а что, ребят, мы в Герыче собрались, я правильно понимаю? Да, 5 на 5 в героев третьих.
Ну только кстати, в сот, как думаете, когда бы, закончился этот матч 5 на 5 в героев наш? Ну, в Хоте, кстати, не так долго. Не, в Хоте реально. Ну, Хоте... я считаю, что в 5 на 5 нужно в Соде играть. Чтоб как раз, когда у PewDiePie уже 100 миллионов будет, мы доиграли. Да. Когда, блядь, у внуков PewDiePie будет 100 миллионов подписчиков. Ну, у него, кстати, дела плохи, я смотрю, у него там миллион максимум, уже просмотров набирается, при том, что 50 миллионов подписчиков. Да. Он не это, утратил популярность? Ну, он не утратил ее, но, типа, видос как-то странно набирает, знаешь, когда у тебя 50 миллионов подписчиков, и у тебя видос миллион набирает. Да, кажется. Мне кажется, просто все приедается, типа, и... Ну да. Мода, да. Мода PewDiePie, потом мода кого-то другого, потом его опять будут смотреть, или не потом будут, мода, все забьют. Потом мода Zeus Life. Да, ну, мода Zeus Life, она уже наступает. Да, это на каждого своего PewDiePie всегда найдется Zeus Life, правильно, со временем. Это антимаг, который был? Блять, да как вы имеете право так говорить вообще? Это тот самый антимаг? Да. А почему у него ник Зевс? Просто Зевс, Зевс Лайф. Извините. Так, ну, мы типа играть будем? Или... Да, будем. Ну, или нам вы... нужен Мервик, чтобы он хостанул. Вот еще есть Кудес. Но у нас уже 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, у нас ебанешь сколько народу. Как зайти, Мерв? Ну, инвайты кинул. Ага. А мы какие, профессиональные карты играем или это? Остальных там да приглашайте, кого я забыл. Уху, ебать, там еще пран. Слышь, ты что, какой ты, блядь, Global Elite, алло, большой пенис. Кого ты наебываешь? Андрей, ты чего? Привет, Митяй. Ребят. Такие нашивки в ребят, вижу иногда. Ну, я просто играю с читерами в основном. Короче, все, я не буду отправляться за свой ранг в CSGO, блядь, это мой выбор. А нам еще один плюс нужен. Кто-то может инвайт кинуть? Кудесу кинули, нет? Мир. Нет. Ну, я говорю, кого не кинул, киньте кто-то. Кексу и Кудесу и еще кому-нибудь. Блядь, это же из игры, да, наверное, надо делать. Так. Блин, чуваки, еще секунду без инвайта, я Зевс Лайф узвоню. Пригласить в лобби. Андрюх, найс ранг, кстати. Мерв, когда... Это куда же раз, Мерв, раз, да? Да-да-да. Когда все зайдут, ты сразу не начинай, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы все сразу отшутились по поводу моего ранга, чтобы потом уже не было проблем с этим во время игры. Дред, Андрюк, ты лучший привет из Германии. Все нормально. А сколько палочек у тебя в ранге, Андрей? Вишер Дэйв, спасибо за 635 рубасочи. Спасибо большое тебе. Тебе тоже привет в Германию и с наступающим. Также спасибо большое Колю Коку за подписку. И Just Look Here. Hi, также hi. Спасибо большое. Hi. Так, нужен ли нам еще плюс? Да, нам еще один, походу, нужен. И кекс, чтобы кто-то стоп. Позвал. Хостик. Андрей. Андрей Суслу. Нажми пригласить друзей. Заинватил. Так хостик же есть. Не, слышу, он тоже задр, не надо его звать. Да у нас этих задров. Не, если хостик хотите, я прям жестко задр позвучал. Да Вань, нет, кекс, зачем нам кекс, ты про чё? Ты про чё, кекс? Да, все уже пригласили. Алё, а как? Типа, делимся на тимы, типа там один ну, выбирает. По ножовщине, да, все дела. Мы можем порезаться, как обычно, кто первые двое убивают, те давайте капитаны. Найдем еще одного Сильвера просто, и они с Андрюхой как-то. Хотя вообще, знаете, Сильвера найти достаточно сложно, да. Поэтому экран не показываешь, тебе стыдно? Мне, Андрюх. Блядь, стыдно. Включаю, нахуй. Где там? Чат. Андрюх, слушай. Вот, это мой ранг, я его сам зарабатывал. Брат, ты еще и слил его вчера. Да. У него вчера звездочка была. Да ладно, слышишь, мне просто с тиммейтами не прет. Я не знаю, блядь, я нормально ебурю. Просто чисто из-за тиммейтов я не могу вылезти из этой помойки, блядь. Так-то я... Блять, играю на Суприма. Андрей, ты с дотой путаешь. Если калаш, это примерно 2к в доте, то сильвер это кто?
То есть сильвер это я. Те чуваки, которые квесты проходят. Это калибровка, наверное. Это школа дотера, вот эту Игоря Линка. Кого, блин? Так, почему, блядь, Хостик пишет, что он доигрывает доту? Что за хуйня? Так а чё? А где этот самый лакер? Дота лакер? Да. Со смайлом, наверное, играет. Ингейм Dota 2 тоже. Все, блядь, все в говне, мы не сможем начать. Да в смысле, вон бабочка из бани и паха спрашивал, кто вообще нет. Бабочка, кстати, да, норм. Чай паху напишу. Ваня не будет.